холода, безнадёги. Ну что, сегодня, точнее вчера вечером вышло дополнение к замечательной игре Frostpunk. И называется это дополнение «Последняя осень». Сегодня поиграем в него. Чатику отдельный привет. DS, Humblebee, Quink, Restar, Pincer Hands. Там много-много уже людей успело поздороваться, но я не хотел прерывать, в общем, не хотел включаться раньше времени. Посмотри, в настройках не появилась ли галочка «Отключить автосохранение». А зачем? Рэр. Ты очень тихий. А я специально сделал погромче звук, музыку. Потише сделаем. В чем суть игры, спрашивает дебаггер, кстати. Ну, нам на самом деле все расскажут в самом начале, с чего мы сейчас стартуем. Но если коротко, это что-то вроде стратегии. То есть ты занимаешься обустройством небольшой группы людей, на небольшом клочке земли, вы пытаетесь пережить холода. Для этого запускается генератор, для этого собираются ресурсы, строятся дома, они усовершенствуются. Ты попутно вынужден принимать очень часто непопулярные законы о детском труде, о супе с опилками, о дополнительных сменах рабочих. Это вызывает недовольство, идет реакция со стороны общественности. ВБМЗ подписался на премиум. Я кал переподписан 32 месяца. Ладно, сделаю потише еще. На двоечку давайте. Короче, сценарий называется «Последняя осень». И я думаю, что... Сейчас, подождите. Думаю, что следует начать. Поехали. Так, последняя осень. По тяжестью климатического кризиса империя рушится. Но никто не готов признать это открыто. Стартует секретный проект. Постройка генераторов. Настроить сценарий. Ага. И у нас 4 уровня сложности, плюс там еще можно паузу отключить. Но я, с вашего позволения, буду с паузой играть, потому что, во-первых, долго не играл в Frostpunk в принципе. Не перепроходил прошлый сценарий. И тут все равно выкрутим сложность на экстрим. Тем не менее, традиционно познакомимся со всеми уровнями сложности. Просто. Сложность игры будет ниже. Есть право на ошибку, мало трудностей. Средняя. Обычная сложность. Встречаются трудности, иногда можно допускать ошибки. Трудно. Сложность игры возрастает, ошибок лучше не совершать. И экстрим. Игра станет сложным испытанием, у вас почти не будет права на ошибку. Ну, если что, кинем ребенка в котел. В смысле, в реактор. Можно чатик на стрим? Да, можно, только стартанем сначала, потом я посмотрю, где его лучше расположить. Синематик посмотрим. Поехали? Поехали. Игра очень атмосферная. Ключевое слово для Frostpunk'а — это атмосфера. Так, автоматон и последнее чудо техники слишком дорогие для опасной работы, настройки во времена, когда миллион рабочих хватается за любое предложение. Но иногда, если там минус 50 рабочие, автоматон — это круглосуточная работа. Заключенных должен охранять достаточный штат наблюдателей, иначе они начнут... Не дочитал. Личный дневник Ефимии Маклахлан, младшего инженера имперской исследовательской компании. Прошло 5 недель со времен вторжения людей... Ой, в смысле, нет. Недели неопределенности, борьбы, надежды. И, наконец, что она стоит-то под холодной водой? Мы достигли берегов. На сегодня мы потеряли 3 человека.
И ИК называет это ничтожной жертвой во имя прогресса. Остается надеяться, что меня их участь минует. Нам сказали, что бояться нечего, что вся наша экспедиция была простой предосторожностью. Но теперь... Ну как можно без шапки-то на холоде? Похоже, погода меняется. У тебя нос красный, уши красные. Где шапка? И зима. Зима. Кажется, неизбежно. Добро пожаловать в Воркуту. Последняя осень. Мы отправились за суровые северные моря на участок 113, чтобы возвести здесь величайшее чудо техники — генератор. Рабочих, соблазненных перспективой получить стабильную работу и оставить позади бунты и очереди за хлебом, явно отрезвил вид пустоши вокруг. Но им сказано не задавать вопросов. А, назад пути уже нет. Главное — довести людей до сюда. Неизвестно, почему у проекта такой высокий приоритет, учитывая бедственное положение империи, но ваше руководство выразилось четко. Это самый важный контракт в вашей жизни. А это типа я, да, такой? Усатый бобер, который привез... Чего знает куда. Ну ладно, хорошо. Боже, храни бобра. Базовые постройки. Прежде чем строить генератор, нужно обеспечить базовую инфраструктуру доставки ресурсов. Вам нужна пристань и организация сбора ресурсов возле нее. Угу. Также нужен источник еды, рыбацкий причал или лагерь заготовок возле источника еды в пустошах. Ё-моё. То есть у нас нет генератора, да? Окей, хорошо. Итак, давайте вспоминать вообще, что происходит. И надо вывести чатик, и надо вывести камеру. Камер. Так, ну, я думаю, что... Так будет нормально. Вроде мы ничего не перекрываем такого явного. Всем привет. Итак, температура обнадеживает. 10 градусов по Цельсию — отлично. Не знаю, какие там перспективы, тем не менее. Я и для себя, и для вас тоже попробую вспомнить элементы интерфейса и задачи. Итак, слева наверху у нас ресурсы. Уголь, древесина, сталь, сырая еда и приготовленная еда. Ну, пищевые пайки называются. Тут можно мотать, все дела. Справа паровые ядра, конструкционные профили, стальные сплавы, паровые радиаторы. Что-то уже справа... Я помню ядра, помню все. Кроме ядер я больше ничего не помню. Ладно, день первый, окей. Здесь у нас 90 человек, 90 бездомных. Базовые постройки. Следуйте и постройте пристань. Ника Воин, 100 рублей, спасибо. Начните собирать ресурсы на пристани. Постройте, активируйте рыбацкий причал, лагерь заготовок. Хорошо. Две шкалы. Так же, как и в оригинальной кампании, у нас есть недовольство и мотивация. Хотя там была вроде вера, да? Была вроде вера вместо мотивации. Хорошо. Люди довольны. Ну, приехали еще, пока непонятно, что происходит. Ух ты. Ух ты. А здесь причал, видимо, бахать нужно, да? Ой, там корабль. Остов корабля. Так, хорошо. О, какой графон. Вы посмотрите, как блюрит елку. Так, можно выключить и включить. Это очень хорошо. Что корабль можно выключить и включить. А, надежда или вера? Ага, понял. Вера была только в выборе религиозного пути. Ага. Привет, Орионыч. Надежда. Вот у нас группами люди стоят. У всех у них уникальные имена. Очень откормленный горожанин. Без дома. Так, строительство. Палаточки. Стоп, подождите. Палаточки. Так, мисклики такие. Санитарный пункт, кухня для готовки еды, технологии, мастерская. Так, но мне нужно построить
Постройте пристань. Исследуйте и постройте пристань. Ну хорошо. Исследуйте и постройте пристань. Так, склады 900. 900 это пока не актуально. Есть еще штабели с древесиной. Сталь. И паровые ядра тоже можно подобывать, да? Мы можем вообще, правда, не совсем понятно куда, но я, короче, закидываю сразу людей собирать ресурсы. У нас 90 человек, пусть занимаются сбором. Тем более, что по ресурсам у нас все очень-очень-очень не очень. Вот, можно даже попробовать отправить куда-нибудь сюда. А, нет, здесь, видимо, нужно пункт отстроить. Привет, человек, которого начал смотреть стрим Waterstones много лет назад, какой вопрос, DLC платный, если есть оригинал игры, то бесплатно... Нет, это платное DLC, насколько я помню, но стоит то ли 300, то ли 400 рублей. Вот, я... взял его в стиме. Так, есть еще большая куча угля. Где-то. Ё-моё, как-то... Как... Вроде была кнопка, которая подсвечивает все полезные вещи. Я-то сейчас кучку эту нашел. А, и все, да? Как там еще раз? При наведении, да? При наведении показывает, где сколько людей. Ну ладно, поехали. Люди разбредаются собирать ресурсы. Есть еще же книга законов, ё-моё. Книга законов. Я вспоминаю. Радикальное лечение. Прекрасно. Чтобы вылечить серьезно больных, мы опробуем все от инвазивной хирургии до ампутации. Поддержание жизни. Банька. Ох. Бани пропагандируют гигиену и здоровый образ жизни, защищают население от болезней. У работников, живущих рядом, снижается риск болезни, мотивация немного вырастет. Этого не было раньше. Так, баланда, улучшенные пайки. Мы можем готовить заменить. Полноценные пайки баланды, чтобы накормить тем же количеством продуктов больше людей. И улучшенные пайки. Люди могут получить новые пайки, вкуснее и питательнее, и, конечно, на них уйдет больше еды. Это все пока не требуется. Паб. После тяжелой работы можно расслабиться, крепкий напиток, в доброй компании неплохой вариант. Никаких минусов, кроме того, что нужно будет построить паб. Великолепное место. Так, и молельный дом. Людям нужно место для спокойной молитвы. После введения этого закона, следующий закон можно будет... Ага, 18 часов. Молельные, живущие поблизости, будут приходить помолиться. Но пока, видите, у нас книга законов не радикальная такая совсем. Просто обозвана как быт. Быт. Так, но есть еще и экономика. Экономика — это скорее набор табличек, инструментов для того, чтобы... Да-да-да-да-да, сколько нам текущей добычи еды в день, насколько нам хватит, запасы по тому же самому углю ходовому, которым потом парогенераторы будем топить. Это все пригодится. Пока что собираем. И обратите внимание, у нас-то парогенератор... Ой, в смысле, этого ядра-то нет. То есть мы пока не выделяем энергию. Так, и можно, кажется, да, плюсиками-минусиками ускоряться. Пошли собираться ресурсы. Слушайте, а может быть мне реально попробовать бездомным не граничить с улицей? Точно, здесь еще же строительство улиц предусмотрено. Вот они, снести улицу, построить улицу. Будем уводить, строить улицы. Ну, тоже, когда ресурсы появятся, хорошо. Такая вот радиальная система, она была основой, собственно, в прошлых частях. То есть по центру у вас стоит генератор, который выделяет тепло, а дальше вы уже... Что такое случилось опять у вас? Первые шаги. Наш работодатель, имперская исследовательская компания, подготовила для нас фронт работ. Они выкопали бездонную шахту для подземной части генератора и оставили материалы для начала строительства. Наша задача — разбить лагерь вокруг шахты, подготовить пространство для строительства объектов. Понятно. Ну, видимо, нужно... Стройплощадка. Угу. Да, стройплощадка — это зона вокруг генератора. И даже
Вы знаете, какая у меня память хреновая, поэтому я... За редким исключением здесь можно возводить только постройки со вкладки генератор. Ага. Короче, будем учиться вспоминать, как оно вообще-то. Ресурсов нормально так. Правда, еды нет. Столовку надо, наверное, уже построить, а то же они захотят есть. Я же помню. Давайте традиционно. А, это слишком близко к генератору. Ну ладно, поехали. Все, дальше мы делаем улочку. У нас не хватает дерева на это, но ничего. Оп. Да? Ну поехали. А, надо выйти из режима прокладывания. Да не хватает леса, чтобы... Но желательно бы на самом деле уже сразу строить улицу. То есть пусть не полностью, но тем не менее. Ну, потому что на это потребуется время. Вот, у нас есть 50 единиц сырой еды. Хорошо бы это конвертировать в пайки. Ага, и уже начинают жаловаться на то, что у них домов нет. Нифига себе. Господи, мы полдня проработали, а уже жалобы, что нет жилья. Что такое? А, и они тащат все на склад. То есть склады расположены таким образом, что приходится много времени тратить на... Да, но для того, чтобы построить, нужно... Ладно, хрен с вами. Короче, добываем. Уголь пока, судя по всему, не нужен. Сейчас я домощу улицу. Часть работников занята с возведением кухни. Ага, есть три градации мотивации. Тоже не обратил внимания, что эта шкала разбита на три части. Текущее влияние на эффективность 0%. То есть, если шкала посередине, то, видимо, реакции будет, не будет никакой. Если меньше 25 или больше 75, тоже будем смотреть. Хорошо. Что такое? Наши руки не для скуки. К концу первого рабочего дня народ разбивается на группы, поболтать или сыграть в карты. А несколько рабочих начали бросать камни в огромную центральную шахту. Глубоко, а? А нам там работать! То ли от скуки, то ли в попытке преодолеть страх, к ним присоединяются и другие. Вскоре в шахту летит дождь камней. Это опасно, но... Здесь так мало развлечений. Так, ну и пусть остановить их. Короче, ну и пусть точно кто-то сорвется. Прям вот... С другой стороны... Я их особо не знаю. Нет, подождите, надо выработать сразу политику компании. Цели, задачи, политика компании. Мы же все-таки не это самое, у нас Good Game уже 11 лет. Зачем мы сюда приехали? Что мы будем... Моя задача, с одной стороны, сделать реактор. С другой стороны, Good Game известен тем хорошим отношением. Хорошем отношении. Поэтому, с другой стороны, децимация это отлично. Если кто-то не справится, то пускай падает. В конце концов, умные не упадут. Поэтому, ну и пусть. Прекрасно, Михаил. Так, направляем на кухню работать. К сожалению, работают они до 18 часов. То есть мы построили уже к концу рабочего дня. В результате бестолковая столовка. Просто бестолковая. Ой, аукнется мне это. Пусть кидают. Я уверен, что недовольство бы возросло. Но типа единственное развлечение отобрали. Покидать, поплевать. Вот, но... А убежище я не могу строить. То есть у меня 10 единиц. А хотя одну палатку сделаем. Вот реально, одну палатку. Чего? Почему бы и нет? Лучшим достанутся дома. Все отлично. Идущий на смерть приветствует бобра. Привет, Няна. Наступает ночь. Город засыпает. Да, видите? Строительство палаточки идет. Недовольство постепенно растет. Ну, я думаю, что на старте мы должны собрать те ресурсы, которые нам тут оставили. Это потребуется пара-тройка дней. Ну, в целом все понятно. Да, недовольство возрастает. Опа, заболело 3 человека.
появились простуженные. У нас появились случаи простуды. Люди спят на голой земле. Нужно предоставить им хоть какое-то жилье. В конце концов, в долгосрочной перспективе болезни снизят работоспособность населения. Я предоставлю жилье для части людей. Ну, я, собственно, так и планировал. Даем обещание. Это тоже часть, важная часть механики игры. У тебя есть несколько вариантов, как среагировать на сложившуюся ситуацию. И с одной стороны, если ты сразу отказываешь, то ты получаешь ситуативный штраф моментальный. Если ты обещаешь и не выполняешь, ты получаешь такой же, а то и больше штраф, но отложенный. И там третий вариант, не знаю, какой еще был, надо будет посмотреть. В общем, я сказал, что часть людей заселим. Тяжело больных, слава богу, нет. Красивая какая. Солнышко встает, тени меняются. И начинается добыча. Так, паровые ядра мы с вами собрали. Надо посмотреть, на самом деле, что мы можем еще пособирать. То есть у меня уже вроде раскиданы все... Нет, не все были раскиданы. И да, я не всю древесину собирал. Опа, мы конвертнули всю еду в пищевые пайки. Очень удачно. И сразу займемся строительством палаток и прокладыванием дорог. С приоритетом, конечно же, добываем лес и... Ну, я строю пока абы как. Нам нужно, получается... О, недовольство падает, потому что частично у людей есть... Ага, видите, у нас еще голодные есть. Но они... Если есть голодные, появляются голодные. Да? Это текущая наша проблема, если вдруг Фростпанк пропустили первый. Так, и надо, кстати, что-то с едой делать тоже. А как мы еду-то доставали? Охота была. Собирали что-то. Нет, у нас... Нам, видимо, по скрипту добавят еды каким-то макаром или пошлют куда-то добывать ее. Потому что... Ну, мы там выращивали, я помню, что-то. Так. И уже вечер? Да я не дотяну до туда улиц. Быстро пролетел день. Эти не хватает древесины одной. А могу ли я разобрать улицу? У меня тут есть вообще какие-нибудь улицы, которые можно разобрать, чтобы... Ну, единичку дерева получить. Тут как раз не хватает. А, две древесины. Издеваетесь, что ли? Ладно. Сносим еще небольшой участок. Кажется, в два раза меньше возвращается просто. Так, они доделывают пару домов. 60 бездомных за каждую... Ага. Обещание выполнено. Опа! Всем нужна крыша над головой. Хоть какая-то, люди заслужили место для отдыха. Отлично. Ай да я, мотивация растет. Молодец. Мотивация растет, недовольство падает. Количество голодных. У меня еда закончилась. Так, исследуйте, постройте пристань. На пристань. Исследуйте, постройте пристань. Короче, видимо, мы должны рыбачить, раз мне говорят, постройте пристань. Но у меня нет. Но нужно сначала исследовать. Исследовать. Пристань. Подождите, а может быть на глобальную карту просто перейти каким-то макаром? Я помню, такая была возможность, да? Кажется, это обратный скролл. Пристань. Рыбачить. Здесь рыбачить, да. Не, ну... мастерская, вы думаете? Ёпрес, это... Да, точно. У нас же мастерская — это фактически исследовательский центр, да? Который открывает доступ к... Я забыл уже просто все.
Давайте, ладно, сейчас будут недовольны, сейчас будут проблемы, потому что еды у нас уже нет. О-о-о, это будет провал. То есть на первую же древесину мы сейчас с вами должны... Все, еда закончилась. Еда закончилась. Встреча с реальностью. Над лагерем нависли мрачные дождевые тучи. Энтузиазм первых дней стух, и настроение упало. «Нам не говорили, что работать придется в такой глуши», — ворчат люди. «Тут кроме работы и заняться-то нечем, а как же кидать камни?» Им предстоит провести немалый срок в этом пустынном и холодном месте. Чтобы не пострадала эффективность, нужно поддерживать мотивацию. Мотивация будет падать каждое утро. Посмотрим, что можно сделать. Издать закон, повышающий мотивацию. Но нужно будет пап построить, чтобы мотивацию, да? Нет, это надежда растет. Надежды. Баню. Предлагают строить баню. Ладно. Но она стоит дерево, сталь, и у меня сейчас такого нет. На мотивацию работников... А, там 30%, а не 25%. На мотивацию работников влияет множество факторов и событий, часть из которых вы не контролируете. Старайтесь удерживать мотивацию свыше 75%. Почему не 70%, а почему 75%? Почему там 30% написано? Это дает бонус к эффективности в 30% на всех объектах. Любой ценой избегайте падения мотивации ниже 25%. Почему 25%? Это приведет к снижению. Там, может, буфер какой-то 5% есть. Приведет к снижению эффективности на 30%. Понятно. Мотивация. Нам никто не говорил, каково тут работать. Вот вы какие. Так, за работу. Солнце встало. Так, у меня вроде как хватает на мастерскую. Начинаем строить. Начинаем прокладывать сразу же улицы к ней. Абы как. Абы как. Тяжело больные уже. А вот и мастерская. Назначаем туда людей. И новые исследования. Вот оно что, Михалыч. Древо технологии. Очень важная часть. Еда, здоровье. База заготовок. Ресурсы. Пристань. Позволит строить, загружать... Строить пристань и разгружать сюда с ресурсами. Разгружать. О-о-о. Заготовщики. Ну а задача по пристани. Может быть, нам что-нибудь дотащат. Исследуем пристань. Но я посмотрел еще в то, что есть ветки исследования. Тут несколько тиров. 5 тиров получается. И 3 направления исследований. Завод металлоконструкции. Машинные, вентиляционная установка, тоже такого не было. Ох, меры безопасности. Так, заготовщики. Это вот как раз будут охотники, типа, да, отправляться. Отправлять в морозные земли заготовщиков на поиски припасов. И ставить лагеря заготовок, переправляющие в основной лагерь. Пристань, быстрый сбор. Это общее увеличение эффективности сбора на 10%. Лесопилка... позволит нам рядом с деревом приносить, добывать древесину. Но учитывая то, что задача, во-первых, у нас основная пристань, и нам будут подтаскивать какие-то ресурсы, я бы начал именно с нее. Сколько мы будем исследовать ее? Так, мы можем, во-первых, сейчас бахнуть. У нас, короче, есть небольшое количество леса. Мы либо ставим вторую мастерскую в стаке рядышком, и исследование идет быстрее. Либо строим дома для того, чтобы снизить недовольство и снизить количество... Да, давайте строить домики. Домики, домики, домики. Люди. Это наше все. Соединяем дорогой. Надо еще 4 дома построить для текущего. Ну, можно 3, учитывая то, что трое тяжело больных. Они, скорее всего, умрут в конце концов. Да, давайте так. Да, минус 1. Минус! Ой, блин, тяжело-то как.
4 древесины. Минус 2. Минус 3. Так, а дорогу-то я так и не построил. Надо снести еще часть дорог и проложить до домиков их. 27 бездомных. Первая смерть. Один из наших только что умер. Болезни, несчастные случаи, смертельный холод будут уносить жизни. Таков этот суровый мир. Нужно придумать, как избавиться от тела. Так, открыть книгу законов. Построить морг или похороны. Наши мертвые найдут пристанище в каменистой земле чужбины. Отправлять их в Англию слишком дорого. Или репатриации. Наши мертвые упокоятся дома. Тела будут ждать отправки в морге. Нет риска заражения от непогребенных тел. Подготовка требует древесины. Нужно будет построить морг. Каждый похороны снижает мотивацию. Ну нормально, хороним на объекте, потому что не будем мы терять людей. Ой, недовольство резко упало, это хорошо. И осталось всего 7 бездомных. Двое из них больны. Все нормально. А вот что сейчас будет с утреца, когда выяснится, что у нас пищи нет? Вот будет веселуха. Да, из-за низкой мотивации эффективность снизилась на 30%. Люди начинают терять мотивацию к работе. Все объекты снизили эффективность, нужно что-то делать. Так я исследую, пытаюсь. Ёпарасоте. Через пару-тройку дней будут умирать от голода. Что там такое у нас? Скептик. Вы услышали, как рабочие обсуждают глобальное похолодание? Ты что, правда веришь в эти байки про конец света? Я тут чисто из-за денег. Покончим с этой стальной дурой и увезу своих из наших трущоб. Ну и дурак. Как мороз придет, вы все сдохнете. Второй рабочий поворачивается к вам. Я ведь верно говорю? Так, недовольство немного упадет, и говорят ученые, сомневаются только идиоты. Мотивация вырастет, недовольство растет. Но мне нужно мотивацию повышать, поэтому повышаем. Толкаем речь про идиотов. Ёпарас, это реально нужно вторую мастерскую ставить? Но я так не это... А, кладбище еще построить от меня хотят. Это да. Здоровый какой, а. Еще улицу к вам проводить. Рядом с жилыми домами кладбище сделать. Что-то мне не нравится эта концепция. Не нравится мне эта концепция. Рядом с палатками, да-да-да, это что-то такое. Какая-то дичь просто, какая-то дичь. Дорогу просто далеко тянуть, понимаете? Сюда. Ладно, в противоположной части нашей базы строим. Я бы еще на вторую мастерскую накопил. Да. А нет, не так. Да. Ну, сложно. Надо было, конечно, сразу. Ёпарас, это можно вести закон. Да это понятно, что можно вести закон. Но у меня ресурсов нет на это. Похороны на объект. Потом еще похоронные церемонии. Те, кто отдал свою жизнь... А, давайте подпишем. Те, кто дал свою жизнь на службы, достойны высшей чести. Мы устроим для умерших поминальную службу, чтобы вдохновить живых. Вот.
Единственный минус, что нам полтора суток нужно на формирование этого закона и подписание его. Похороны перестанут снижать мотивацию. Негативных нет, поэтому. Хотя там появилось кладбище, новое учреждение, мертвые обретут покой. Там каждый недовольство уменьшается, люди мрут, очень много голодных, все еще есть бездомные. Но для пяти людей я не буду строить, но построю мастерскую ночью. Естественно, дерево впритык. Недовольство растет. Нет убежища, народ голоден. И непопулярное решение какое-то принял. Во, видите, в стаке мастерские уже объединены друг с дружкой. Эффективность 130%. То есть следующее нам дало всего лишь 30% буст. Ну что ж, сейчас нам нужно строить. Сильно голодают уже 9 человек. Недовольство больше половины. Так, и изучена технология. Отлично. Я хочу построить пристань. У меня как раз 25 дерева. И я строю, как никто никогда не строил. На последнее дерево строю пристань. Попутно хотелось бы запилить еще какое-то исследование, но, к сожалению, все исследования так или иначе требуют 10 дерева. Но, скорее всего, нужно базу заготовок бахать потом. Не очень удачное начало, мягко говоря. Сильно голодает уже полсотни человек. А почти все сильно голодают. День закончился. Пристань готова. Пустая очередь производства. Что? Пристань нам будет приносить либо уголь, либо лес, либо сталь. Мне кажется, надо переиграть компанию. Построить мастерскую, для начала подбывать еду. Да, давайте. Ну, я выполнил, начните добывать ресурсы с пристани. Но, по сути, тут нет нужной мне опции. Просто. То есть, я думал, что по пристани, не знаю, там рыбу поудим, нам привезут еду. Ох. А, ладно, доиграем до финалочки. Как, чего нас ждет? Принимаем базу заготовок. Разрабатываем, так сказать. Закидываем народ в мастерскую. Кладбище зато большое. Кладбище, ого-го. На зависть вообще соседям всем. Кладбище у нас такое классное. Так, вообще надо скинуть было с людей с... Со стали, например. Потому что, ну, кому нужна сейчас сталь? Вот кому она сейчас нужна? Реально не это самое. Ну ладно, поехали. Ну чё, работяги, хреново у вас руководитель. Телеграфная станция. Базовая ресурсодобывающая инфраструктура готова. Серьезно? Готова? Теперь нужно построить телеграфную станцию. Это серьезная игра? Нет, подождите. По логике мне должны были давать задачу. Поставьте мастерскую для того, чтобы там начать понять, как добывать еду в этой ситуации. А мне говорят, а построй-ка ты пристань, а потом телеграфную станцию. Теперь нужно построить телеграфную станцию, оказывается, чтобы мы смогли заказывать из Англии паровые ядра и рабочую силу. Так может, пофиг на этих. Если до телеграфной дотянем, просто надо сказать, что нам нужны новые люди. Да, кухня, конечно, тут... О, отплыли, нормально. Отплыли, приплыли. Хорошо работает.
Проблема в том, что для того, чтобы... Ну, сейчас посмотрим, как люди умрут. Вон древесину там прям доставляют. А динамика 11, да? Сейчас меня изгонят за это все безобразие. Ну, зато церемонии идут нормальные. Каждый удар колокола — это смерть людей. 1, 2, 4, 6. Пошла прогрессия. 5. Не туда пошла. 3. 50. Есть время приготовить чай. А может, выправим из этой ситуации? Чего там? Загромождение пристани. Сэр, доставленный груз загромождают. А, там же нужно еще склад, наверное, сделать. Нужно начать собирать, иначе корабли скоро не смогут разгружаться. Назначите людей непосредственно на разбор или построить пост добычи, а лучше два. Чем исследовать, построить станцию, оптимальное решение. Так, а, людей не хватает? Слушайте, я там вообще уголь собираю. Переключаю людей с угля на... А, и вот они штабеля древесины, да, которые появились на пристани. Вокруг них можно уже танцевать. У нас осталось 26 человек. 22. 17. Сейчас исследуем. Оскорбленный инженер. Жалоб от инженера. Мне по ошибке поселили в палатку к рабочим. Да, очень реалистичный ивент. Поймите меня правильно, я ничего не имею против рабочих, но они довольно шумные и, как бы сказать, пахнут. Можно привести меня к инженерам? Слушай, инженеров уже не остались. А мне придется обойтись тем, что есть. И мы можем... строить наконец-то станцию заготовок. Это же базы заготовок. Раз. Это все. Ну, я думаю, что еды хватит на всех оставшихся. Главное достроить. А для того, чтобы достроить, нужно убрать всех, кто остался в живых. И отправить просто на строительство. 5 человек, сумеют ли они достроить и отправиться на заготовки? 3, 1. И... Есть! Последняя живая душа сгинула. Я-то живой, ничего не знаю. Все умерли. Конец. Снег укрывает мертвый город. Больше не защищенный теплом генератора. Месяц за месяцем снежные заносы становятся все выше и в конце концов заметают дыру. И на замерзшей земле не останется ни следа города. Почему не похоронили? А, это последний. Тогда нормально. Все кончено. Ладно, давайте поставим все-таки... уровень сложности по ней. Да как сейчас изи вообще? Поехали. Меня просто дезинформировали. Это называется дезинформация. Построй то, построй тё. Всё, тё. Короче, всё, справимся. Боже, храни бобра. Приплыли. Базовые постройки. Стоп. Лес максимум. Где ещё лес? Ладно, сталь нужна тоже. У нас людей с запасом. Это что? Паровые ядра кому нужны? Серьезно, больше нет? Ну, есть уголь. Но, видимо, штабеля вот эти вот... Это основные, да? А если нам бахнуть сразу же склад ресурсов рядышком? Далеко не ходили. Это вместимость, поезд добычи нам нужно. Да, 15.5, давайте с него начнем, поехали. Потому что лес сейчас нам нужен в первую очередь.
Так, ивент, первые шаги, руководитель, фронт работ. До пятерку нужно стали. Делаем пост добычи. Чтобы он перекрывал и сталь, и этот. В любом случае, мастерскую мы должны сделать. На пост добычи отправляем. Почему не работает? Почему не работает? Кто не работает? Паровые ядра отставить. На пост добычи. Упыри. По-быстрому. Ладно, давай. Эти может оставить строительство ночью. Нет, строительство будем ночью делать. Проводить. То есть все максимизировали. Тык-тык-тык. С трех этих саби правильно раем. Потом задача. Мастерская, мастерская. Две мастерские. 30%, Михаил. 30%. Она дешевенькая на самом деле. 15-5. Еще, чтобы не пожрали сырую еду, надо, конечно, раскошелиться на кухню. Это тоже можно сделать ночью. Да, не отвлекаем сейчас до конца рабочего дня людей. Бля, осталось не так много. Вот 16 часов, 17 часов. И закончили упражнение, да? 71-19. Бахается кухня сначала раз. Потом рядышком мы делаем мастерскую. Сделаем вторую мастерскую. Молодец. Дальше мы дотягиваем до туда дорогу. Да, я понимаю, что не хватает домов. Но это вам не нужно. Поверьте. Believe me. Believe, как говорится, me. Домики мы, конечно же, строить начнем. Но не сейчас. Нам под утро важно две мастерские отстроить и как раз кухню для того, чтобы они успели. Можно построить еще на будущее дорог. Например, сюда отвезти ветку. Что там я не хочу, возможно, еще вторая, третья, четвертая мастерская пойдут. Вот, поехали. Что случилось? Ну и пусть кидают, хорошо. Все. Утром поработали, днем поработали. Ночью экспресс-методом возвели пару зданий. Определяем, соответственно, сюда рабочих. Сюда определяем инженеров. Здесь начинаем базу заготовок пилить. Да-да-да-да-да. 10 леса нужно. Стопы, вот эти вот 10 лесов потраченные, это была ошибка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нет, вот это была ошибка, потому что мы еще... У нас был запас. Короче, я сразу делаю базу заготовок, типа начинаем. Понятное дело, что никто не начнет. Отправляю 5 инженеров сюда, 5 туда. Соответственно, тут мы как бы уже... Не будем, наверное, третью ставить мастерскую. Сосредоточимся на том, что весь лес пустим на дома. Чтобы было меньше... Ну, пока спим, как придется. Вы видите, что люди располагаются там просто на земле, на голой. Ложатся, спят. И заболело. Появились простуженные. Часть людей. Два дня, чтобы обеспечить жильем. Части людей. Сколько мы там соберем? Где-то 70-80 соберем, да? Да, справимся. Даем обещание, что предоставим части людей. На кухню сейчас должны прибежать рабочие. И в 8 часов утра у нас начинается работа. Конвертируем сырую еду в пайки. Когда сконвертировали все, убираем отсюда рабочих, потому что им тупо делать нечего. И отправляем... А, у меня склад не работает. Ой.
Я дорогу от склада, и они все тащат не туда. Это фейл. Блин, надо было убрать людей, чтобы они быстрее дорогу построили. Это провал. Я потерял очень много времени. Технология заготовок. Но еще день мы протянем. Стоп. Я к тому, что надо, во-первых, как обещано было, сначала построить хотя бы частично палаточки. А сколько стоят заготовки? 35. Нет, под утро лучше уже отправить первую часть бобров на добычу ресурсов. И Манго говорит: Миш, привет, как уже посмотревший, что тут и как, пару советов. Это залет, солдат. Это залет. Просто залет. Игнор. Спасибо за соточку. Я тебя ненавижу. И... Ага. Хватит еще на один дом. Посмотрел стрим и сразу там экспертом стал. Молодец, конечно. А я тоже хочу сам. Точнее, не сам, а хочу сам. Все сам. Возможно, стоило оставить 10 леса для того, чтобы... Да, надо было оставить 10 леса. Я слишком... Да, вернули. 10 штрафов вернулось. Так, еда, здоровье. Вообще, сейчас пока еще быстрый сбор хорошо может зайти. Или даже... Пристань. Пристань дешевенькая. И нам нужный ресурс будет вытаскивать. А быстрый сбор нам... Я не смотрел там какие цифры. Я думаю, что пристань будет эффективней. Начинаем исследовать пристань. Недовольство сокращается. Нам нужно обеспечить 45 человек убежищем. Так, и еда заканчивается, да? Еще сюда необходимо... Ой. Что? Почему? 5 дерева не хватает. А, это на экспедицию нужно 20 единоразово. Ёпрасоте. Слушайте, а может быть тогда я не базу заготовок, а надо было... А нет, как, каким макаром? Базу заготовок, да. Базу заготовок. Мотивация падает. Сейчас нужно 20-ку леса накопить просто для того, чтобы отправить экспедицию за хавчиком. Но не факт, что это будет быстрое дело такое. Ёпрес, это вообще не быстро. Оленьи следы. Трындец, серьезно, для того, чтобы задуматься о том, что... Ладно, олень так олень. 11 часов они туда только будут идти, почти 12. А потом еще обратно. Ё-моё. Ё-моё. Ладно, чё, я человек простой. Мне нужно сейчас додобывать... хижин построить еще в конце этого. Ну, короче, сейчас просто добываем. Так, как насчет еще одной базы заготовок? Там 15 людей нужно отправлять в таком случае. Тяжело больные. Собираем ресурс. Сколько там осталось, кстати? 30 единиц. И очередной рабочий день заканчивается.
Можем бахнуть пристань. Так, первая смерть. Первая смерть. Открыть книгу законов. Похороны на объекте. Ханык. Так, построить кладбище. Хорошо. Значит, сейчас мы в первую очередь пилим, сколько там времени есть на... Время заканчивается, да. Делаем еще пару палаток. Как и обещали. Пока без фанатизма, но на самом деле лучше уже обеспечивать жильем. Всех оставшихся. Сколько там у нас их? 60, да? Притык хватает. Хотя те, кто отправились в поход, на них как раз не нужно. Поэтому, возможно, не стоит. Я пилю пристань еще. Через 2 часа экспедиция достигнет следов оленьих. Или того места, куда они нас вели. Как человек, который со вчерашнего дня почти без сна играет DLC, хочу сказать лишь удачи. Смотри. Вот это тебе вот так вот. Удачи. Удачи. О, поджидает. И на вытоптанной, залитой кровью земле лежит полуобглоданная оленья туша. Следы ведут дальше. Идти дальше. Охотничье угодье, птичий базар. Еще 13 часов. Ё-моё. Может, с голоду сдохнем. Не, кладбище я могу сделать. Мне главное сейчас вот... Видите, тут есть шкала на каждом из, заданий. А что они делают? Что это такое? А, он протестует? Охренеть. Они все протестуют? А, может, мне меры надо было принять? Нет. А чё протестуют? А чё не протестуют? Лучше бы дома построили, жить негде. Во, разбежались. Быстро. Времени нет. Нет. Обещание нарушено. Мотивация падает. Вот собаки, а. Капец, вы серьезны? И сейчас они достраивают под утро. Дебилы. Ой, дебилы. Я не знаю, мне с кем приходится работать, а? Телеграфная станция, конечно. Это... Конечно, телеграфная станция. Добрались до цели. Что у нас тут исследовать? Здесь удобный спуск к чистой воде. Можно поставить лагерь на берегу реки и походиться на животных, приходящих на водопой. Понятно. Лагерь будет поставлять на базу груз 80 еды раз в один день. В целом за 5 дней будет доставлено. Хорошо. 400 еды меня устраивает. Как раз там помрут. Частично. Пусть все. Так, еду будем доставлять. Окей. Допустим. Будем ли мы строить сейчас сразу телеграфную станцию, линию связи, представительный источник дополнительной рабочей силы, придумать новостей? У меня по-прежнему 7 человек бездомных. У меня закончилась древесина. Не-не-не-не-не, мне нужно переводить рабочих сюда. Переводить сюда, ставить здесь пару добывающих пунктов. Пост добычи бахаем. Вот так. Или подождем, пока до этот появится. Поставить лагерь наш. Обожаю вот эти вот неактивные кнопочки. Поставить лагерь.
Ника, подчеркивание, воин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, не будет еды, если не кликнуть мышкой. Что же мне сделать? Все, закрываю озвучку доната. Все. Ненавижу Нику воина. Так, хорошо. У нас есть возможность попробовать решить проблему с едой. 80. Улучшенные пайки. Все, подписываю закон. Будем кушать хорошо. Мотивация растет. И... ветка технологии, еще надо что-нибудь взять. Быстрый сбор, наверное, все-таки. Лесопилка не нужна, давайте быстрый сбор. Исследуем. Ресурсы не выбраны. Еще надо сказать, что мы будем добывать елочки, да? И нам приносят. Тут же приносят елочки. Разгружают. И... мне надо понять просто, где будет... да, вот он. Хорошо, здесь же мы сразу организуем пост добычи. Один. Сразу ли? А как иначе-то, Миш? Тебе нужно и елки добывать сразу, потому что у тебя те закончились. И... у тебя несколько человек свободные. Пусть добывают правые ядра. Нет, пусть строят пост добычи. Хотя они, скорее всего, не успеют в рамках... а, и дорогу надо подвести к нему, точно. Семнадцать в час. Так, еще минус один. Бездомных только 6 человек. Что нормально. Пост добычи бахнули. Закидываем туда народ. Убираем с ядер. Надо будет постоянно менеджерить вот эту вот хрень, потому что люди гибнут. Угу. Ну, здесь дособираем 10 стали. И эти вернутся через час. Под утро. У нас только 70 голодных, а сильно голодных нет. То есть, по сути, сейчас нужно... пережить эту... а, 80 уже, да, притаранили. Пережить ночь. Люди едят сырую еду. Угу. Давайте подъем. Во время подъема сразу... так, как бы это сделать лучше? Давай-ка... а где кто у нас находится вообще из... из... почему не подсвечивается? То есть здесь 9 человек работают, здесь 15 человек работают. Здесь 6, уже есть проблемы. Отправить инженеров, видимо, по-быстрому приготовить, пофиг. Хорошо. Новый день. По книге законов мы приняли... кокаиновые таблетки можно взять? Работники будут получать на завтрак, как кокаин, работать усерднее. Невысокий риск смерти от передозировки. Изи. Обычные работяги на коксе это... в завтрак включены кокаиновые таблетки. Они улучшают пищеварение, поднимают работоспособность. Не только, кстати. Не только. Так, тут мы пилим улучшенные пайки. Да. Все, пошли пайки. Говорят, эти новые таблетки просто чудеса творят на какое-то время. Отлично. То, что я хотел. I'm loving it. Тара-тара-там. Так, ивент какой-то. Что случилось? Оскорбленный инженер. Мотивация упадет, но мотивация и так на нуле. Сырую еду конвертируем. Сейчас надо, наверное, перетащить будет по-быстрому сюда еще на пост добычи людей. Вот
давайте отсюда вытащим, сюда закинем. 2,5 в час, да? 2,1 в час. То есть, по сути, одного склада пока что хватает, да? О, Ледоколыч, привет. Можно добавки там спрашивают, пацаны, в чатике. Я бы сосредоточился скорее на добыче ресурсов. И собираем инжей. 10, 15, 10. По крайней мере, днем добываем по максимуму. Я понимаю, что у меня скопилось уже немножко стали, там древесины, все дела. Тут добываем, 5 человек освободится. Можно с барского плеча... Еще одну пристань можно сделать. Потому что одна пристань работает только на один ресурс. Работает не очень эффективно. Не, мне бы сейчас мотивацию поднять. Посмотрим в следующий раз в книгу законов, посмотрим, что можно будет выбрать. Ой, мне нужно же похороны организовать. Ёпры, СТ, забыл про кладбище. Ай-яй-яй-яй. Ща, ребят, ща. Ща найдем местечко хорошее. Проводим последний путь. На это придется раскошелиться, правда. Дороги я тут продал просто. Люди голодные, но пока работают. Быстрый сбор. Хорошо, на 10% мы будем эффективнее. Надо выбрать что-нибудь новое. Следующий тир. Сколько нам будет стоить? 50 дерева. Можем ли мы... Ну вот лесопилка здесь стоит те же самые 50. Но лес нам не особо нужен в данный момент. Потому что пристань нам пока что лес приносит. Если недостаточно будет, то... Короче, в дереве технологий, мы пока что копим 50. И... Ага, собираемый пост добычи можно разобрать. Да, можно же демонтировать его. Да, получим за это. Вряд ли здесь появится что-то. Да, давай демонтаж организуем. 2,4 в час. 4,2. А, стоп! А тут 11. Вот на какую цифру надо смотреть. То есть... Это приносит 11. Мы добываем без поста добычи 2,4. А здесь 4,2. Короче, 2, то и 3 поста добычи надо бахать. Для того, чтобы эффективно эту штуку собирать. Мы, во-первых, отсюда... Мы же 2,3 собираем 15 людьми. 15, Карл. 15. А здесь десяточка работает почти в 2 раза эффективнее. Поэтому, да, 2 поста добычи, а то, повторюсь, и 3. Потому что 4... И 2, это мне 8,4, останется еще 2,8 несобранных ресурсов. Понятно. Хорошо. Ну, это уже дальше. Еду нам доставляют, еда уже успела закончиться. Минус 1. Сильно голодают. Ой-ой-ой. А что-то я... Кажется, не, переходим на нормальные пайки, друзья. А то что-то не удается. Появилось кладбище. Мотивация растет. Ей! Появилось кладбище! Воу! Хорош! Космический рейнджер, не хочешь пройти? Хорошая очень игра. Кладбище растет. Да. Удалось. Может, сразу тогда... Не, давай для начала сделаем еще один пункт пост добычи ресурсов. Раз. А то и, как говорили, 2. Не слишком рационально. Лучше построить еще одну пристань. И прям целенаправленно оттуда с двумя другими. Хотя какая разница, там пост добычи стоит копейки. Если у тебя есть свободные люди, почему бы и нет. Делаем 3.
чтобы вырабатывать полностью. Нам через час с небольшим принесут новую еду, но я перешел на... Тут что, вдали от дома. Сэр, люди недовольны вашим решением хоронить мертвых прямо на объекте. Это ужасно, сетует женщина среднего возраста. Средний возраст? Это я среднего возраста, это какая-то старуха. Умереть на этой проклятой земле вдали от родных и так не сахар. Но навсегда оставлять покойных на этой далекой холодной земле — это какое-то неуважение. Возможно, если мы ведем похоронные церемонии, люди успокоятся. Я подумаю. У меня есть какая-то тактика, и я ее придерживаюсь. Сырую еду поели! Ох, они поели почти всю сырую еду. Блин, какое неправильное было решение все-таки. Я думал, хватит, там помрут. Но недовольство падает. Сильно падает. А давайте тогда мотивацию попробуем повысить. Бани повышает мотивацию? Повышает. Сколько стоит баня? 40 древесины, 20 стали. Подписываю. Как-то не густо. Все в баню. Ну что, мы за ночь успели отстроить два склада. Баня. После тяжелого дня поставить краба и в баню — то, что надо. Хорошо. Давайте тогда, наверное, немножко уберем рабочих со стали. Хотя тут осталось-то, господи, 4 единицы. Надо уже думать о том, чтобы строить второй причал и там добывать сталь. Ага. Хорошо. Что-то народу мало. Трем по-прежнему не хватает домов. Ага. Так, а этим-то сколько? Ладно, там будем продвигаться. Потом надо еще один отряд сформировать. Мне нужны новые люди. Мотивация падает. Это каждый день будет падать мотивация. Меня об этом предупреждали. И надо поготовить. Сейчас вот 30... нормальную еду с таблеточками. Оп-оп-оп-оп-оп. Отсюда пока убираем. Наполняем раз. Наполняем два. И не хватает пятерых. Сразу берем и закидываем. Конвертнули в какое-то количество еды. Убираем рабочих с кухни. И... можно их накинуть еще сюда, оставшихся, чтобы хоть какое-то количество древесины они притаскивали. Тут инженера не хватает одного, видимо, умер, бедолага. Хотя инженера здесь мне тоже не нужны, исследование-то не идет, правильно, правильно. Можешь сформировать еще одну группу и отправить ее. Еду будет притаранивать. Ну, либо на елке, либо... Да, наверное, еще одну группу нужно бахнуть. Но не из инженеров. Сказал он и убрал инженеров. Не, я... Надо убрать работников отсюда, вот десяточку. И еще отсюда пятерочку убрать. И сформировать вторую... А, там же нужно исследование делать, что второе. Да... Там надо будет, скорее всего, в древе технологий. Где-то в еде или в ресурсах. Больше заготовщиков. Вот оно. Ну хорошо, тогда по плану мы делаем тир 50. Пока работяг возвращаем, естественно. Потому что, ну кто же, если не они. А инженеров из мастерских пока что тупо работать над... А, они не могут там работать. А в этих они могут работать? Только рабочие могут здесь работать. Вот инженеры, а? Ну ладно. Черт с вами. Добываем ресурсы. Скорость добычи. Дерево у нас сейчас 52 единицы в день.
Это немного. Я надеялся на... Не работает, потому что Д2 не работают. К дороге сделайте, пожалуйста. Я же ночью вас просил. Ё-моё. У вас была только одна задача ночью дороги проложить. Вы издеваетесь... Нет собираемых ресурсов в радиусе? Вы же подсвечивались, алло. Что? Я же когда ставил, оно подсвечивалось. Ну ёпарыс, это подстава. Вы видели? Не, ну это подстава какая-то. Я еще посмотрел, вроде перекрывает. А-а-а! Он по-любому зеленый. Ой, молодец. А где индикация, что он достает? Насколько он должен перекрывать, чтобы доставать? Ну, это подстава просто какая-то, друзья. Просто подстава. Что так криво все у меня располагается. Ну ладно, давай так. Как получится. Я был уверен, что да, должно доставать. Ну, был уверен просто. Посмотрел, зеленое. Думаю, отлично. Демонтируем. Только один склад пост добычи ресурсов работает. Вот это вот. Я сейчас только к концу дня этот заработает. Вот, 115 единиц в день. Но другое дело, так бы 3 работало почти полноценно. О, здесь не помещается. Да, вот это я тут нагородил, конечно. Ладно, добываем, получается, да? Добываем. Уже до конца дня. Я недовольный. И день закончился. Сейчас. Я хочу поставить. Сколько нам на баню нужно? На баню времени масса, конечно. В зоне действия здания. То есть его нужно ставить как-нибудь в рамках наших жилых. Неверное размещение. Делаем баню. Раз. Доводим. Вообще надо было начинать, конечно, с пристани. И смотреть, куда там будут ресурсы сгружаться. И относительно того, где будет куча с ресурсами, сделать посты добычи. Я даже грешным делом думаю здесь перенести мастерскую одну. Да, давай сразу демонтируем ее. Так я смогу третий пост поставить. Рядышком здесь. И больше ресурсов особо у меня нет, поэтому демонтировали раз. Пост добычи здесь бахнули два. Что у нас тут по улочке? Соединили три. Еще один минус. Извините. Так, таблеточки принимаем. Баню взяли. Тесное жилье, удобное жилье. Чтобы порадовать людей, можно разместить их с большим удобством. Мотивация немного вырастет. Я не вижу смысла работать сейчас на мотивацию, потому что просто она и так на нуле. Логично, правильно?
Вот, может быть... Давайте похоронные возьмем. Похороны перестанут снижать мотивацию. Ну ладно, хрен с тобой. Еды нет, но и головных тоже. Баня готова, мотивация растет. Но вот мы отыграли немножечко, и это мы потеряем сразу же после. Так, лечебные профилактические свойства бань стали известны много тысяч лет назад, когда о бактериях и болезнях из гигиены никто не знал. Чтобы в этом суровом климате обеспечить людей доступом к баням, нужно много угля, но эффект не заставит себя ждать. Доступ к бане есть почти у всех. Активность базы не снижает риск болезни в зоне действия. Отлично. Хорошо, наши охотники придут, традиционно принесут. Здесь я выбрал бы пока что... А, у меня угля нет. На баню нужен уголь, угля нет. Есть, конечно, вот здесь еще уголь. 2000, большая куча угля. Просто провести сюда, поставить пункт добычи, все будет нормально. А вот со сталью я так проблему не решу, поэтому... Будем здесь поставлять сталь. Только два человека без жилья. Не знаю, они кидают монетку, видимо, каждый день, кто где. Хавчик принесли. Бездомный один заболел. И... Накидываем инженеров. Надо будет в пост добычи сюда еще отправить людей. Которые у меня, кстати, заканчиваются люди. Мотивация падает. Вот та... Самый хавчик притаранили. И начинается день. Готовим еду с запасом. Это раз. Второе. Рабочих нет. Убираем пока отсюда, потому что надо посмотреть, куда куча будет, где будет куча. А мне все равно лес нужен для того, чтобы построить там пункты добычи, а сталь пока есть. Поэтому сосредотачиваемся на том, чтобы максимально эффективно добывать. Поэтому перекидываем из обычной добычи сюда. И в результате у нас скорость добычи 155 единиц в день. А, таблетки в кухне бахать надо, что... Длительное употребление вызывает зависимость или смерть. Ладно, давайте сажаем на кокс. Народ. Так, а где... Где сталь-то? Кораблик приплыл. А стали еще нет. Ладно. Трансформируем еду, как вы видите. Перекидываем... Ох, а может исследование сделаем, чтобы инженеры не простаивали днем хотя бы эти. Чертежные доски пошли, делаем апгрейд. Одна мастерская. Вот они, штабель стали. И надо здесь как-нибудь уместить посты добычи. Черт, блин, вот... Надо запомнить, как он... Здесь так, здесь так. Хреново. А, вот здесь подсвечивается, кстати, что будет добывать. Это с лесом баг. Смотрите. Сталь справа. Серенькая. Подводишь. Оп, зелененькая. А вот это вот уже зелененькая собака. Уже зелененькая. Она уже зелененькая. Где бы ты там ни находился, она уже зелененькая. Вот она что, Михалыч. Здесь подсказывает, что я не могу поставить нормально. Либо перестраивать жильем. А пост добычи у нас, в общем-то, занимает столько же места, сколько и жилой дом. Да, надо будет снести.
Но не сейчас. Сейчас мы концентрируемся, учитывая то, что рабочих рук не свободных, на том, чтобы нормально собрать ресурсы. Причем я даже выкину со стали и закину сюда вытаскивать. Видите, собирают больше, чем могут наработать. Классно. Так, 115. Сносим один дом. Как раз перед тем, как уйти отдыхать, да, начинаем сносить дома. Дальше. Начинаем строить домики, правильно? Палаточка. Желательно рядом с баней. Раз, два. Докидываем дорогу. Можно хоть так. После сноса ставим здесь парочку складов. Вообще, мне бы хотелось еще отправить экспедицию реально. Точнее, не экспедицию, а там телеграф построить, как меня просят. Потому что... Новости, рабочая сила, продвинутые технологии. Звучит очень хорошо. А рядом с кладбищем. Звучит отлично. Телеграфная станция, поехали. Ну и, собственно, это задача текущая. Погиб человек. Тут не снесли еще здание. Снесли одно. Строим два поста добычи. Шикарно. Третий уже, пожалуй, не буду жестить. Бездомных 11. Один. Ну вот, понятно все. Телеграфная станция готова, да? Что у нас здесь? Линия открыта. Поздравляем с успешной постройкой лагеря. Линия связи позволит вам заказывать ресурсы. Мы предоставим все возможное. Но помните, что ваш лагерь не единственный. В вашей зоне есть еще две стройплощадки. Вместе три генератора обеспечат теплый кров многим жителям Ливерпуля. Их судьба в ваших руках. Не подведите, у нас все получится. Я руковожу нормально все. Теперь можно заказывать ресурсы через телеграфную станцию. Как? О-о-о. Рабочие, инженеры или ядра? Вау. Лимит поставки. Так. А что за стоимость? А, то есть рабочий двоечка, инженеры 4 и... Короче, понятненько. Заказано. Инфраструктура готова? Пора приступить к строительству. Постройте завод металлоконструкции, изготовьте 8 конструкционных профилей. Они сформируют состав крепеж шахтного ствола. Завод металлоконструкции. Но это, видимо... А он уже доступен нам? Конструкции профиля. Завод металлоконструкции. Мне кажется, это в ресурсах, которые нужно еще изучать. То есть идти в дерево технологии и на втором тире защитной конструкции. Машинный. Ладно, дождемся в любом случае. И я бы хотел сейчас вот с мастерскими решить все-таки. Потому что одна мастерская — это очень плохо. Очень-очень плохо. Для этого я, пожалуй... Интересно, сырая еда минус снесется, если я снесу... Да не должна, она же на складе хранится. Сносим... Приготовление хавчика. Да... Надо поставить его где-нибудь. Кухню эту. Не хочется в дальнюю часть. Да ладно, размещаем, уничтожаем часть дерева. Это не так страшно, я думаю. Главное, что мы сможем... Мы, во-первых, освободили место под мастерскую. Не факт, что, кстати, там выгодно. Хотя нет, тут есть место, куда строить мастерскую. Разберем по-быстрому. Или не по-быстрому. Разобрали. И тут же строим. Желательно побыстрее. Глядишь, частично сможем уже сегодня... А сколько у нас инженеров вообще? Можем где-то посмотреть это. Наверняка можем.
Это речь о ресурсах. А где у нас речь о людях? Люди, 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 люди. Обзор строительства еще есть какой-то. Постройка генератора, видимо, какой-то общий прогресс по постройке. Несколько этапов, 4 этапа. Шахтный ствол, фундамент, сердце генератора. Соберите генератор, я понял. Еще разок. Температура в жилищах, медучреждение, приготовление и прочее. А вот они, справа, видимо, люди. 13 инженеров. Не имеет смысла больше 3 мастерских строить. Ну ладно, 3 и строим, в общем-то. По-быстрому. Тем более нам скоро доставят новых инженеров. И сюда бы работяг отправить. Сталь-то заканчивается. Утаскиваем людей отсюда. Сталь начинаем добывать. И возможно... Я не приготовил, кстати, хавчик, но хавчика запаса пока хватает. Откуда бы еще мне вытащить народ? Угля нет, тоже надо решить, потому что банька не работает. Банька не работает. А здесь стали нет. То есть мне же еще нужен работяг на сюда. В любом случае придется сокращать скорость добычи древесины. Увы. Что здесь народу нет. И сталь довольно быстро соберут. Скорость привоза какая? Пока непонятно. Желательно с запасом сделать. Давайте отсюда берем рабочих. Что нет, не будет толку от пунктов сбора, если 1,3 в час. 1,2 в час, понятно. А может он показывает реальную? Нет, он показывает сразу же. Так, книга законов. Мы что-то там приняли. Продолжаем. Молильный дом, паб. Мне не нравится идея с... Немного... Короче, тесное жилье. Не можем? Тут недовольство вырастет на постоянной основе, я не могу. Это немножко упадет. То есть я не могу им сейчас жилье. Нужно построить паб. Расслабиться. Древесина, сталь. Ладно, давайте. Подписываем закон. Здесь инженеров 5 закидываем. Тут нормально сталь добываем. Достраиваем 3 мастерскую, но только 3 инженера. Но через 13 часов нам еще 5 инжей и 12 рабов при... Рабов. Рабочих. Рабов. Неплохо, Михаил, неплохо. Так, ожидаешь. Что ожидаешь? Закончилось, да? Хавчик-то закончился. Птичий базар. Ну, давайте в честь сокола пойдем на птичий базар. Поехали. 16 часов потратим, экспедиция пойдет туда. Что можно было отсюда убрать и сюда закинуть? А потому что здесь есть буфер небольшой в 114 леса, и сегодня нам хватит на просто уже заготовленные дерево. Хотя, возможно, мне кажется, они не успели дойти. Ладно, у нас уже 123 единицы дерева, 18 стали. И я думаю, что нужно организовывать уголь, чтобы баньки начали работать. Уголь я начну собирать из этих куч через тоже посты добычи. Мне кажется, пока что хватит одного. Точнее, мне рабочих не хватит на большее количество. Ведем дорогу. Клер Ивел, спасибо за подписку. Спасибо там, друзья, за донаты. Я озвучку отключил для того, чтобы... Так, минус человек, кстати. И на всех домов хватает уже. Отлично, работаем. Правда, это был инженер, к сожалению.
Так, может, еще что-нибудь жахнем, да? Ночью. Какие варианты? Пап обещал. В конце рабочего дня они идут в паб. Тоже не хочется его... Я понимаю, что там уничтожил несколько елок, но... Тут мало того, что есть лесопилки и есть много елок, так ты еще можешь добывать ресурсы через пристани. Поэтому не думаю, что это большая проблема. Так, построим паб, как обещали, даже раньше, чем нужно. Санитарный пункт. Что у нас там по больным? Нет больных. Нет больных, не нужен санитарный пункт. База заготовок только одна, кухня одна справляется. На пристань мне просто не хватит товарищей, понимаете? И телеграф, скорее всего, тоже может быть только один, да? Да. Вообще стали не хватает. Но мне кажется, по логике телеграф вообще должен быть только одним. Итак, прибывают новые. Прибыл транспорт. 5 инженеров и 12 рабочих. Инженеров сразу определяем в мастерскую одну. Рабочих, учитывая небольшое количество стали. Ну, тут раскочегарены полностью. Да, в пункт добычи. Во второй закидываем. Они полные, кстати. Можно еще, конечно, третий пункт добычи или кинуть людей прямо сюда, но... Вот третий пункт добычи, он уже где-то процентов на 40 менее эффективен. Либо восстановить справедливость и добывать... Да, мне в любом случае нужно будет сюда людей возвращать. Да, давайте вот так вот. А можно еще один заказ разместить? У меня бы люди бы не... А, лимит поставки уменьшился. Хорошо. Хорошо. Но мне вообще только рабочие нужны сейчас. Заказываем новую поставку. Лимит со временем повышается. Он отражает логистические мощности, приписанные компании к вашему участку. Короче, мы весь лимит уже исчерпали, возможно, зря. Сырой еды довольно большое количество. Откуда бездомный-то? А, новый же. Ой, точно. Откуда бездомный, да? Миша. Откуда бездомные? Я не знаю, откуда. Как они появились? Ну вот, пожалуйста, нужно уже строить санитарочку. Ладно, давайте. Гулять-то гулять. Санитарный пункт. Под утро, глядишь, закончим работу. Так, а что по законам-то? Я бы принял что-нибудь. Там ожидают еще, надо не пропустить. Так, кулачные бои, дом удовольствий. О, моншер. Наши трудяги заслуживают хороший отдых. И некоторым из них нужны... Плотские удовольствия. После введения в каждом пабе можно будет нанимать проституток, чтобы дополнительно повысить мотивацию. Или кулачные бои. На-на. В очках причем прописывает, смотрите. Настоящий инженер. Ничто не снимает напряжение лучше, чем наблюдение за хорошей дракой. Бойцы могут получать травмы. Бои по вечерам снижают недовольство. А тут просто... А, повысить мотивацию. Недовольство или мотивация? Дамы или не дамы? Дамы. Как раз Женя нет рядом, так что нормально все. Так, что у нас по... Так, строим. Мотивация возрастает. Ожидает товарищ. Птичий базар. Идти дальше. Заваленная шахта, рыбное озеро. Нам нужна еда. И говоря о еде, надо вспомнить, что у нас масса сырой еды. Которую тупо... Ну, пусть инженеры пока переваривают. Может... Нет, я не знаю, когда будет. Ладно, давай, гулять-то гулять. Есть. Мы сейчас будем производить меньше, но качественнее еда будет. Достроили дома, недовольство снижается. Сюда бы определить еще одного... А там инженеры же тоже нужны, да? Да. Надо было заказывать инженеров.
Ладно, давай одного. Раз. Больной уже туда отправится. Ну, по-хорошему, конечно, нужно... Так, а добыча у нас идет? 115-46. Так, 115-46. Оп, стоп. Е-е-е, у нас есть чертежные доски. Мы можем, наконец-то, выбрать исследование. Что у нас по задачам? Пауза. Постройте завод металлоконструкции, произведите 8... Нет, не отталкивайся от этого. Тебя уже рассказывали, что делать. Больше заготовщиков. Первый вариант. Позволяет построить новую базу заготовок, собрать дополнительную команду заготовщиков. Тележки для сбора. Благодаря улучшенной конструкции скорость вырастет на 50%. Рыбацкий причал. Вот. Позволит строить рыбацкий причал. И рыбаки отправляются отсюда ловить рыбу в ледяном море. Отлично. Решим проблему с едой. Хотя сейчас уже проблемы с едой нет. Улучшение санитарного пункта. По ресурсам. Быстрая разгрузка. На 10% эффективней. Станции перегрузки. Построить по станции, перемещать грузы с пристани на склад. Сразу на склады, да? Если сопилочка, но лес мы пока что альтернативным способом добываем. Но мне нравится заготовщиков грейдануть. Либо тележечки. Дешево, сердито, отлично. Потому что здесь, ну, реально дешево. Чем дешевле, чем построить и снарядить еще одну экспедицию. Тем более, что у меня людей не хватает. Одна экспедиция будет работать эффективнее. На втором месте пока что рыбацкий причал. И, ну, это позволит нам добывать еду не экспедициями, а силами нашими работяг. И мы сможем, соответственно, экспедиции снаряжать на что-то более важное. Поэтому, скорее всего, сначала тележки для сбора. Или все-таки постали. А постали это что? Продвинутая пристань. Постали у нас пока нет ничего. Лесопилка улучшена, лесопилки. А, подождите, банька-то у нас работает, главный вопрос. Да, банька должна работать, если бы я отправил еще на сбор угля людей. Важный момент. Короче, не хватает работяг. Так, добываем уголь. Соответственно, баньки должны работать. Здание было закрыто, не удалось. Требуется уголь. Ага, хорошо. Хавчик конвертирую. Мне кажется, что нужно сюда по-быстрому людей скинуть на конвертацию. Хотя прошло всего 2 часа, и он уже справился. Десяток конвертнул. 2 часа, 10. Не, нормально, пусть сидит. Хотя инженеру лучше днем находиться в других местах. Цель исследования. Важное замечание. Фуф. А что машины, цех? Паровые радиаторы для генератора. А мне нужны металлоконструкции, да, какие-то? Завод металлоконструкций. А у меня его точно нет. Точно у меня его нет. Конструкционные профили. Так, завод металлоконструкции. То есть, скорее всего, этот завод должен быть... А, он первый вообще был у меня. Конструкционные профили для генератора. Ну, типа, базовая задача. На тир-1. Но мне по квесту она не так сильно нужна. Не, давайте сначала тележки... Нет, ладно, давай. Тележки потом. Дальше утаскиваем... трех работяг... Меняем инженера на трех работяг. Скидываем сюда... А тебе это не нужно. Ладно, инженер к ним присоединяется. Они по-быстрому конвертируют еду. Ну, может, не по-быстрому, но конвертируют. Здесь недостроена улица. А почему недостроена? Кто проект делал? Вот, надо как достроить, окей.
Так, поехали. Здесь ждем, здесь ждем. 9 работяг придет. Еще исследования идут и какой-то ивент. Конец света. Сэр, корабли периодически доставляют почту, и из соображений безопасности вся корреспонденция вскрывается. Иногда нам требуются ваши инструкции. На этот раз один из инженеров получил письмо от родственников из Индии. Внезапные морозы уничтожили плантации, и они отправляются в Англию. Неожиданно. Колонии, повергнутые из Индии в Англию, да, чтобы потеплее было, повергнуты в хаос. Ну, есть как бы поближе, там, пусть к нам идут. И они, колонии повергнуты в хаос, а местное население бунтует против Британии. Разумеется, нельзя позволить этим сведениям снизить дух наших работников. Отцензурировать письмо? Не цензурировать, недовольство вырастет. Да у нас нет недовольства, все нормально. У нас все довольны, но не мотивированы. Так, что здесь? Хватает, хватает. Что здесь? Хватает, хватает. Может, скинем пока и... Слушайте, а в паб-то тоже нужно отправлять людей. Мотивация растет. Вот такое. А в пабе, кажется, мотивация растет пропорционально количеству людей, или мотивация сейчас выросла исключительно из-за того, что я выполнил обещание, скорее всего, да. Из-за обещания. Заканчивается очередной день. А паб работает у нас до 23:30. То есть, по сути, нам нужно в паб побольше народу, и кажется, все-таки это будет работать. Как закрыто в это время суток? А, он только с 19 начинает работать. Удобно. Бездомных нет, голодных нет, больных нет, все нормально. Добрались заготовщики. Озеро кишит рыбой. Десятки птиц реют над водой в поисках добычи. Исследовать. В озере много рыбы. Можно остановиться здесь на пару дней и наловить. Понятно. Здесь можно поставить лагерь, чтобы отправить еду на базу. Значит, 80 еды раз в день. В целом 9 дней. 720 еды. Класс. Ну вот, мы обеспечены на больше, чем на неделю. Так. Дожидаемся работяг. Они под утро придут. И, может быть, имеет смысл загодя сделать дом. Ну, чтобы они уже в теплые палаточки пришли. Если строится, то ночью. Так, ноль больных. Сейчас он еще не пришел в... Так, может быть, учитывая то, что у нас есть ресурсы с вами на руках, выбрать что-нибудь и построить что-нибудь. Санитарный сделали. Давай с самого начала. Это пока не можем. Палатка, паб-кладбище сделано. Санитарного хватает. Бани одной хватает. Кухни... Ну, видимо, базовую пристань нужно делать. Еще одну. Еще одну. Ну, и там добывать, соответственно, еще дополнительно. Или все-таки перейти... Да не, базовую пристань, конечно же. Базовую пристань. Не знаю, как до туда работяги будут ходить. Далековато, к сожалению. И дорогу нужно туда прокладывать. Может, даже рациональнее, если ты ради леса это делаешь, построить лесопилку, чем тянуться до этой пристани. Окей. Еду почти всю конвертнули. Следующая еда у нас прибудет скоро-скоро-скоро. Нормально, почти под утро. Запас небольшой есть. А сколько нам нужно достроить? Серьезно? Очень далеко. 25-26. Можно посмотреть, как оно? Это через елки, что ли? И минус елки сразу. Ё-моё.
и там я все снесу, устрою. Да, прибыл транспорт, 9 работяг. Бездомные все еще есть, но дома... Дома же строятся. Я же построил дом. Мне казалось, я построил дом. Девять человек, палатка на... Ладно. Не так это дорого, чтобы экономить. Не, он только что достроился где-то в другом месте. Видимо, вот здесь вот он достраивался. Ладно, будет у нас еще запас в 11. Теперь этих рабочих нужно куда-то подрядить, потому что из паба вытащить людей... Пустить на лес. А, это голодный, блин, я перепутал. Сори. Значит, я вообще чат не читаю. То голодный, не бездомный. Да-да-да, хорошо, хорошо, хорошо. Угля хватает на баньку. Было закрыто. А можно баню включить? Так, изучен завод металлоконструкции. Я прям как политик, знаете, школу построил, но в эксплуатацию не сдал. Обещал, сделал, пожалуйста, стоит. Потому что там не работает, угля нет, отопления нет. Никого не волнует. Ладно, завод металлоконструкции... Нет, сначала я сделаю тележки для сбора. Раз. Потом мы посмотрим, что из себя... 30 древесины, 10 стали, универсальные конструкционные профили. И строится он будет, видимо, прям вот, вот здесь вот. И леса нет пока что. Собираем. 10, 10. Хорошо. Добыча идет. Тоже на елку, что ли, будем жить здесь. Тут у меня рабочих нет, чтобы так... Может заказать еще немножко. Чисто работяг. Максимальное количество. 12 человек, давай. Заказываем еще 12 работников. Больных вроде нет. Убираем инжа. Убираем рабочих. Добавляем инжа, пусть пилит еду. Исследование 5, 5, 5. Хорошо. И здесь просто отправим двух людей. Посмотрим, где будут скидывать ресурсы. Дальше уж разберемся. А динамика по углю, кажется, отрицательная, тем не менее. Да. Угля не хватает. На баню нужно еще где-то плюс... Я двух отправил рабочих. Мне нужно еще трех, чтобы у нас было... Хватало угля. Ну, какое-то время... А, там три. Тогда минимум шесть. Да. Ладно, черт с вами. Сейчас почти будет ровненько, даже немножко больше. Немножко больше нам не нужно. Нам нужно столько, сколько нужно. А именно 7 человек. Доставляют. Здесь скоро разгрузочка первая будет. Вот, приплыли. Пока не вижу. Так, можно принять новый закон. Угу. То есть, кстати, дом удовольствий, который должен был не построить, а должен был в пабе у меня... Можно включить его, да? Посетители борделя. Посетители паба. Не, видимо, он включен по умолчанию. Так, чтобы принять дальше... Тесное жилье, удобное жилье. Мотивация немножко вырастет. Вмещать до 8 человек. Да я не вижу особо... Ну хотя, может быть, мне фиксированно уменьшается мотивация. И вот раз за разом, если мы, например, один закон, второй закон, оно же тоже
плюс дает стабильный. Может быть, в определенный момент мы выйдем, и мотивация будет нормальная. Давайте, наверное, да, начнем с кулачных боев. Нет, это недовольство. Давайте, ладно, мотивация, так мотивация. Удобное жилье нам повышает мотивацию? Повышает. Поехали. Новый закон. Заканчивается день. Учитывая то, что мне не хватает людей, я скидываю, опять же, рабочих и отправляю работать в пабе. Здесь до сих пор... А что это такое? А, я очередь производства не выстроил. Да, это правильное замечание, весьма отдельное. И не сказать, что мне чего-то не хватает, реально. Ну пусть пассивно добывают хотя бы чего-то. Ёлки такие ёлки. Да? Не совсем правильно было. Так, 12 рабочих скоро придут. У нас уже удобное жилье, не забываем. Поэтому палаточки... Ой, как же я криво поставил. Видите, здесь пристань очень сильно отъедает. Ладно, посмотрим, сколько будет бездомных, когда придут. А, уже 10 человек бездомных. Удобное жилье. Ладно, строим тут вдоль дорожки. Еще сколько там человек придет? 12. Минимум 2, а лучше 3. Абы как, мы строимся. Мотивация подросла, смотрите-ка. То ли пап, то ли наркотики, я уж не знаю. Где там мы его подсыпаем? А, я не подсыпал еще. Кокаиновые таблеточки были недоступны довольно долгое время. Убираем инжа. Появляются у нас больные, отправляем их. Потому что если мы перейдем через вот эту границу, сразу мотивация на 30% повысится. Это очень хорошо. Еще растет мотивация. Ничего себе. Ай да я. Из паба выгружаем работяг. Отправляем их сюда. Отсюда вытаскиваем, потому что... Давай одного оставим. Угу. И новые работяги сейчас придут, еще 12 человек. Оп. Ага. Для них есть дома. Они немножко голодны. И мне кажется, что сейчас, несмотря на то, что к нам придет 80 еды, нам надо будет с вами либо переходить на плохую еду, либо строить вот эту вот рыбацкую тему. А для того, чтобы ее построить, нужно ее исследовать. Поэтому... Да, я раскидываю работяг по разным местам. Кого на уголь, кого на дерево. Новые технологии. Сбор тележки сейчас быстрее. 2 часа 40 минут. И 2 часа 36 минут. Ладно, может, не зашло. Рыбацкий причал. Строить базовый рыбацкий причал. Стабильный источник еды. Вот то, что нам нужно. Стабильный источник еды. То есть, да, мы там перекантуемся на том хавчике, который будет привозить. Но хотелось бы не зависеть от того, если у нас... ну, нашли мы по исследованию... Ну, экспедиция наткнулась на что-то съестное или нет. Поэтому давайте рыбацкий причал сделаем. Ресурсы добываем, уголь есть. Сейчас конвертнем. Сюда можно было рабочих отправить. Еду надо сейчас быстренько. Да-да-да, давайте я отсюда уберу рабочих. Просто максимум. Пусть они еду переделают, наконец-то. И сырой приготовят пайки нормальные. Что
что-то произошло. Плохая примета. В лагере с утра до странности тихо. Люди переговариваются в полголоса, передавая дурную новость. На лесах, несмотря на дневное время, сидит сова. Они раньше-то были суеверны, а в этой суровой глуши сова кажется страшным знамением. Хуже стаи черных кошек. Вот стая черных кошек здесь была бы вообще на мотивацию, наоборот, бы подняла. У меня две черные кошки, и они мотивацию многократно мою повышают. Рабочие отказываются даже смотреть на чертову птицу, не говоря уже о том, чтобы прогнать ее. Сова тоже харизматичная. Че она? Недовольство растет. Ну, понятно. Странные люди какие-то. Суеверные, темные. Какой бы закон принять? Так, кулачные бои. Да, давайте закроем эту ветку. Кулачные бои. Травмы так травмы. В пабе будут проводиться каждый вечер кулачные бои. Неплохо. Как же медленно работает. Работают, работают, все работают. Отлично, ставки на бои лучше. Ага, жить хочется увидеть добрую драку, прямо как в старые времена. Увидим, увидим. До вечера доживем, увидим. Оп, закончился день. А мы успели, кстати, почти всю еду конвертнуть. Даже нет, всю еду успели конвертнуть. Закидываем рабочих в пабы. Просто факт работы паба повышает мотивацию. А завтра у нас исследовательские справятся. И, ой, у меня там, кстати, есть уже возможность. Нет, не кладбище. Еще заказать поставку. Я бы сейчас бустанул исследование, на самом деле. Заказал бы 6 инжей еще дополнительных. Ну, 5 инжей. Не, лучше давай, Макс. И построил бы еще одну мастерскую. Может быть, даже сегодня ночью. Хотя он прибудет через сутки. Это будет все равно ночь. Ждем следующей ночи. Толку нет. Кто-то умер. Кулачные бои, что ли? А, передозировочка. Ой. Сэр, мы нашли труп коллеги умершего. Говорят, что часто делились с ним кокаиновыми таблетками, а тот постоянно просил еще. Предполагаем, что он скончался от передозировки. Сократить потребление наркотиков. Угу. Ну, зато церемония идет. Тяжелобольной есть один. Хорошо. Можно, кстати, построить... еще одну баньку здесь, потому что мы дальше будем двигаться, строить. Видите, она не перекрывает. Нужно же думать о новых людях. Нет, нерационально, видите. Ну, потому что здесь я не смогу строиться. Баню надо делать так, чтобы можно было вокруг. Да, давайте так сделаем. Но на баню мне придется еще на уголь выделить людей. Во время боя кто-то пострадал. Да ладно. Погиб один человек. Возможно, надо было радикальное лечение подписывать. Ну, не справляются у нас традиционные медицины. И эта банька работает так, что мне не хватает угля. Выключаем баньку пока что. Пока не решу проблему с углем. Но она решается, опять же, за счет рабочих. Оп, закончился ресурс уголь. Закидываем сюда еще рабочих. Смотрим, сколько нам нужно. Включаем баню, которая была выключена. А, нам нужно базовое какое-то количество угля, чтобы ее включить тупо. Включаем. Ну, в принципе, еще один склад и 4 рабочих, и 4 рабочих, и все. Еды не хватает, кстати, пожалуйста, опять. Ну, может быть, мы успеем. Сейчас исследуем рыбацкий причал. Попробуем его бахнуть.
К концу этого дня принесут еще 80 еды. Но в прошлый раз у меня больше было запас по хавчику. А народу сейчас еще прибавилось. Поэтому динамика отрицательная. Это значит, что еды мне будет не хватать. И причал мне нужен, если я не хочу переходить на менее качественную, на качественную еду. Из паба надо было давным-давно 10 рабочих перекинуть. И пусть они на елках разбираются. И закончилось у нас исследование. Рыбацкий причал. Улучшение санитарного пункта 10% быстрее. Больше заготовщиков — хорошая тема. Лесопилка пока не требуется. Быстрая разгрузка на 10% эффективнее. Хранить больше грузов пока не актуально. Вот станция перегрузки, перезагрузки, чтобы перемещать грузы с пристани на склад. То есть, по сути, мне не нужны будут пункты добычи. И стоит паровое ядро. Козырная, кажется, штука. Сколько у нас паровых ядер? Одно. Но их можно добыть. Где-то здесь еще паровые ядра у нас. Две штучки есть. Ладно, допустим. Допустим, я хочу сделать рыбацкий причал. Сколько? 40-10. Нормально. Где можно строить его? Ну, очевидно, на берегу. А, даже показывают, где. Раз. Один. 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 Ну, не надо было, конечно, делать его сейчас прям. Ну, люди отвлекаться будут. Зачем это? Так, нам придет еще 6 инжей. Я хотел в конце этого дня построить 4-ю мастерскую, а может даже 5-ю. Окей, поехали. А, 4 места для причалов и верфей. А, то есть это универсальная штука, либо то, либо другое. Понял, спасибо. Ну тогда да, имеет смысл на лесопилке перейти в определенный момент, чтобы освободить мест. Мотивация снижается. Тяжелобольные есть. Как-то это нехорошо. Инженера пока сюда, потому что сейчас еду надо тоже конвертнуть. И, возможно, кого-то... А, и у меня умер инженер. Что там такое? Это подозрительно. Письма из дома. Сэр, мы обнаружили, что один из инженеров почти каждый день отправляет письма некой тетушке Берти. Там говорится о семейных делах и религиозных праздниках. И внешне все выглядит безобидно, но имя тетушки звучит очень уж по-немецки. А если поменять буквы в некоторых словах, можно получить слова «ротор шахты» и «стальные муфты». Еще мы нашли сочетание «слон гриппует» и несушка-старушка. Но может быть это шифр? Да нет. Это устойчивое выражение. Что делать? Перехватывайте все его письма, конечно же. Этот подозрительный тип может испортить нам жизнь. Это все кокс? Да, кстати, это могли быть последствия кокаина. Ладно. Мотивация падает. Ночью достроим мастерскую, сделаем дорогу. Поехали. Строим. Ну вот уже появились ресурсы. Видите, уже появились ресурсы. Это радует. Пошла дорога. Пошла мастерская. Сразу две. Они не такие дорогие, чтобы... И на 5 мастерских, я думаю, стоит остановиться. Опять же, ввиду небольшого количества рабочих, я вынужден открывать-закрывать пабы.
Возможно, стоит еще бахнуть второй склад для того, чтобы запустить вторую баню. Склад тоже не такая... пост добычи, точнее, не склад, а пост добычи, конечно же, не такая дорогая штука, поэтому... Тоже подсвечивались ресурсы, как будто я все добываю. Не факт, что все. Так, достраиваем. Дальше. Санитарные еще работают круглые сутки по логике. И от количества людей вроде как зависит скорость выздоровления. Но это не точно. Но я лучше перекину. Так, нам прибывают новые. И надо, видимо, было еще сделать палаточки. 6 инжей. Как раз под мастерские под утро. Окей, там хороним кого-то. Хавчик заканчивается. Здесь достроили пункт сбора. И можно что-нибудь принять. Кулачный бой проводим. Куртизаночки есть, пап работает. Кокаиновые посидели, отпустила. Завтра, скорее всего, включим их опять. Не хочется религиозным фанатиком становиться. Радикальное лечение нам к чему приведет? 30% тяжелобольных в санитарных пунктах станут калеками. Уход в санитарных пунктах. У меня на самом деле сейчас нет такого серьезного потока больных людей, чтобы сейчас делать лазареты и решать проблемы другим, там, более радикальным путем. Поэтому игра мне почти не оставляет никакого выбора, кроме как сделать молельный дом. Людям нужно место для спокойной молитвы. Построим храм. Живущие поблизости будут приходить помолиться, повысить надежду. Подписываем. И... молельный действует так же, как и баня. Мы строим его здесь. Мы, видимо, построим его здесь вынужденно. Нещадно уничтожаю елки. Что ж поделать. Вот и за ночь плюс 5 новых зданий. Изи. Да, попили, помолились. Сходили к девушкам легкого поведения и... Так, и тут мы можем уже еду добывать, да? Есть, мотивация растет. Мне надо перешагнуть через вот этот вот порог в 30%. Сейчас еще мотивация подрастет. Потому что этих мы тоже окучили, правильно? Не факт. Она выросла опять же разово пока что из-за того, что я выполнил данное обещание. Так, не используйте кокаиновые таблетки. Постройте завод металлоконструкции. Может быть, пора. О, из-за низкой мотивации эффективность работы снизилась. Эй, а она повышалась, что ли? Я, видимо, достиг. Давайте кокаиновый... А, нет. Ай-яй-яй. Так, ладно. Вытаскиваем рабочих из паба. Вытаскиваем инженеров... Одного оставляем только здесь. Закидываем инженера раз, два и даже в пятую единичку три. Ну, не обязательно пятый такой резервный уже получается. Где у нас еще инженеры? Вот вопрос. 22 инженера. А здесь у нас сколько? 20. Еще где-то два. Ну, один-то понятно где. А еще где один? Это загадка. А, ну да, вот они двое как раз. Короче, сюда рабочих быстро заготовить. Сюда оставшихся рабочих. Мне нужно переварить эту еду, потому что уже появляются голодные, а толку нет. Так, лес, который никому не нужен. Может, пойдем уже хавчик добывать, а? С лесом-то вроде нет проблем. Мотивация сильно снизилась. Может, еще инжей заказать? Чувствую, не хватает их. Давай еще. 7 инжей. Отправляем.
Опять работа. Можно подключить вторую баню. Но у нас сейчас будет, скорее всего, отрицательная динамика по углю. Я вижу, что немножко копится сталь. Я бы сократил и перевел рабочих сюда, на пункт добычи. Хотя бы, чтобы у нас был баланс по... Да, чтобы мы в минус не уходили стабильно. Уже хорошо. Так, изучена технология станции перезагрузки. Перезагрузки. Как это работает? Станция перезагрузки. Работники станции разбирают кучу на пристани, переправляя на склады. То есть к каждой станции можно добавить... Ага, вот такую тему. И на склад. То есть вместо кучи будет станция. Давайте выберем следующее исследование лучше. Переходим ли мы на лесопилки? Делаем ли мы больше заготовщиков? Сейчас нужно сделать больше заготовщиков. Это разведочка, это какие-то ивенты. Так, ладно. Не, ладно, пусть остаются пока что. Сейчас мне новая еда придет, я ее конвертну. Угу. Конвертируем, готовим. Плохо, конечно, не надо было так делать. Ну, рабочими с того, чтобы собирать, запасли еды. Так, а как работает здесь? Производится еда, да? Как оно работает? Добыча. Продовольствие. Плюс 95 еды в день. Пум-пум-пум-пум-пум. То есть она соточку при... То есть он окупает нам текущее наше население. Забыл я в паб скинуть людей, опять же. Ну, хотя он через 4 минуты начнет только работать. Поэтому нормально. Принимаем новый закон. Вечерняя служба, очевидно. Возможность посещать молельный дом и слушать слова Писания вдохновит людей. Вечерняя служба, молельный дом. Каждое применение повышает мотивацию. Подписываем. Что нам нужно для этого? Пищевых пайков. Раз. И мотивация. Два. А, только один раз. Но мы перешли рубеж. Мотивация у нас уже нейтральная. За пищевые пайки хорошо. Угу. Ну, работаем. Мне кажется, можно даже квестовую тему начать выполнять. То есть сделать завод металлоконструкции. Посмотреть, что из этого получится. Недовольство падает, мотивация растет. А что за дневные затраты? Видимо, из-за того, что... Это каждый день тот дебаф, о котором говорили в самом начале. Так, и здесь мы можем производить те самые металлоконструкции, которых нам необходимо 8 штук. Окей. Вон сюда нужны работяги. Сюда нужны работяги. Но сейчас мы будем работать просто за восьмерых. И можно будет снять частично с добычей леса. Отправить сюда рабочих. Снизилась опять. Блин, мотивация опять дебаф. Да, это просто такой регулярный дебаф. Или из-за того, что все-таки я... Да, это из-за того, что я
убрал паб, который вообще-то не работает. Я понял. Так-то она работает. Паб не работает, но как бы из-за того, что... Что там? Вестники гибели. Всех рабочих лагеря разбудили сердитые крики. Над стройплощадкой летают десятки крупных птиц. «Совы вернулись!» — стонут перепуганные рабочие. «Это знак с небес! Нам нельзя здесь быть! Мы обречены!» Каждое... Через некоторое время совы улетают в сторону залива. Народ в смятении. Мотивация будет падать каждое утро. Проклятые совы. Стрелять. Стрелять. Так, завод металлоконструкции будет производить... Из древесины будет производить конструкционные профили. Окей. Это знак нам крышка. Вот паникеры, блин. Какие паникеры. Слушайте, у меня тут... Да, с едой начинаются проблемы. Особенно если я буду... Не, ну можно накинуть сейчас товарищей. Да, давайте. Давайте возьмем. И начнем запасать еду. Что у нас по еде в результате? 125 в день. Это, видимо, учитывается 80 плюс вот эти вот 45. То есть он учитывает то, что приносит. Влияние 0%. Модификатор текущего. Угу. Прожимать не скоро. Здесь идет работа. Хорошо. К нам прибывает 7 новых инженеров. Я их сразу размещаю. Шикарно. Эффективность близка к максимальной. Единственное, я бы, наверное, еще... Давайте на более эффективное лечение пока инжей закинем. Я понимаю, что нет битых, крашеных. Но вообще нет, надо сейчас пайки делать инженерами. Добыча еды, видите, постоянно идет. Надо ее постоянно перерабатывать. С больными тоже есть проблемы. Окей. Металлоконструкция одна есть. Паровые ядра, единичка тоже есть. И изучено больше заготовщиков. Теперь мы можем... Ох, нам нужны работяги. Нам нужно заказать... Еще десяток работяг. Для того, чтобы выделить еще 15 человек, Карл. Ну, хотя у нас эффективность возросла, да, типа с мотивацией на 30%. Может быть, теоретически, выгоднее будет даже. Надо выбрать новые исследования. Так, может сразу в Т2 пойдем? Сколько стоит? 75-25. По силам выбора будет больше. Ну, хотя здесь машинный цех. Паровые радиаторы для генератора. Это нам пока не нужно. Безопасность на всех объектах. Сложно. Так, тут у нас улучшение санитарного пункта на 10%. Быстрая разгрузка 10%. Лесопилка. Это тоже работяги. Защитные конструкции. Что? Легкие защитные конструкции. Время на объекте. Каждое применение безопасно на один уровень. 24 часа конструкционных профилей. 6 штук. Тут, видимо, меня ждут еще производственные травмы в большом количестве. Раз уже на втором тире нас готовят к... Паровые радиаторы пока нет смысла строить. Ладно, давай тогда улучшение санитарного. Хрен с тобой. Дешево, сердито и...
И у нас все равно есть больные люди, которым... Так, а дальше я хотел бы вытащить все-таки 15 рабочих. Отовсюду понемножку. И снарядить новую экспедицию. Эй, как? Или... Как? Что? Что? Погоди. Больше заготовщиков позволяет построить... А, новую базу заготовок. Новая база. Новая база. Базу вообще можно на отшибе делать, не боясь. Я неправильно сделал, что сделал ее с этой стороны. Так, окей, баньку включили. Включили баньку. Новые люди пришли, но места вроде как есть. День сейчас закончится, можно сделать. Будет... Ладно. Еще пару домов, я думаю, надо будет сделать. Закончился день. Убираем рабочих. Да, я вижу, что их не хватает. Надо было вернуть, естественно, я поторопился. Так, кокаин. Все, мотивация растет. Выполнили условия. И возвращаем кокс снова. Поехали. Санитарные пункты сделаю еще. Там же вместимость у меня. Мне нужен еще один санитарный. Я не успеваю лечить людей. Строим еще один санитарный здесь. Это... Что за... Я забыл, что там 5 только помещается. Как больных, так и инженеров, если не улучшать. На лечении 5. Или 10 помещается. Там какое-то ограничение есть. 5 из 5, да. И болезни постоянно. То есть они по КД просто идут. Так или иначе, люди болеют. Мотивация возрастает, но с отрицанным прилетит дебаф. Ну, какой-то несерьезный дебаф, на самом деле. Вот, сейчас подпишем новый закон. Вечерняя служба. Тут осталась только одна ветка, на самом деле. Радикальное или поддержание? Ну, давайте в хорошего играем. Мы не можем вылечить тяжелобольных, хотя бы сможем сохранить им жизнь. Не будем рисковать опасными ампутациями в рамках радикального лечения. Санитарный пункт нужно будет построить. Вот, а мотивация возрастает. Мы идем к следующему уровню шкалы для того, чтобы увеличить эффективность на 30%. Вот. Вытаскиваем людей из паба. Из PUBG. Закидываем их в пункты добычи. Все пациентов. Рабочих перекидываем на исследование. Короче, там, где можно использовать, используем инжей. Вытаскиваем их отовсюду, кроме... Ладно, ставим пока так. Здесь неподалеку... А, нет, не надо ничего строить. Мне казалось, что там какие-то лазареты были. Что нужно построить место, где... Где содержать безнадежных? Бред какой-то. Зачем занимать койки тем, кому уже не помочь? Помочь им уже нельзя, зачем давать ложную надежду? Вот. Все, все эксперты. Так, здесь я все-таки заранее выстрою еще палаток.
Зачем заранее, Миш? У тебя будет ночь. Отлично все сделаешь. Ладно, убедил. Еще трое рабочих доступно. Мы собираем ресурсы. Уже начинаем подкапливать потихонечку. Можно даже попробовать сюда больше народу закинуть. Ну, что-то квестовая задача. Да, давай так. Даже еще давай. Раз-два и раз-два. Пусть на максимум работают. А, поставь очередь производства. Я понял тебя. Был неправ. Там даже заряжать. Я все к интерфейсу не могу привыкнуть. Не читай нас, говорит Фрика. Да я не читаю вас. Так, улучшение санитарного пункта готово. 5 мастерских работают. Стараются. Да не нужен мне пока лесопилка. Не нужна лесопилка. Вот это вот можно сделать. Хотя леса нет. Убираем со стали людей. Закидываем сюда. Еще побольше, конечно. Простаивает инжи. Убираю полностью. Можно было вытащить инженеров временно. Они не умеют точно. Все, никак не могу привыкнуть тоже к этому. Еще новые люди подтянутся. Мне очень нужен лес. Так, нужно что-нибудь дешевенькое. Лесопилка дешевенькая. Да, 10, просто чтобы не теряли время. Нам нужен лес. Я думаю, что нужно организовывать... Ну, либо концентрировать внимание на этих... На сборе вот этих вот ресурсов, да? Ну, я сталь поставил просто на паузу полностью. Ладно, сейчас рабочие придут новые. 10 человек. Мне не хватает домов. Да, может, если на полную 3 склада будет работать, и хватит. Пока что. Так, здесь динамика положительная вроде как. Еда есть. Что-то носят, что-то... И постоянно готовят. Нормально. Да, здесь можно склады сделать, здесь можно и поразгружать, но это потом. Что случилось? Дом болезни. Дом удовольствия. Взволнованный врач сообщает о вспышке венерического заболевания в доме удовольствия. Кто-то подхватил сифилис и теперь его распространяет. Нужно вести обязательное медицинское обследование персонала и отправить зараженных домой. Ну или хотя бы изолировать. Так вылечить. Зараженные проститутки будут считаться тяжело больными, недовольство вырастет. Депортировать. Требуется депортация. Закрыть. Не сможет поднимать мотивацию. Короче, вылечить зараженных. Извините, дамы. Лечим. Тяжело больные куртизаночки пошли. Так, и нам нужен дом для 3, но это мы уже будем делать после того, как рабочий день закончится. Вопросы безопасности. Вот оно, да. Несколько человек заболели, надышавшись испарений из шахты. Могло кончиться хуже. Один потерял сознание и упал с лесов. Угрозу здоровью больше нельзя игнорировать. Теперь уровень безопасности на каждом объекте стройплощадки будет тщательно отслеживаться. Если он снизится, люди начнут болеть. Если он критически упадет, возможно, травмы и смерть. Я повышу. Принять закон. Я повышу безопасность. И открывается новая ветка. Труд. Варианты. Короткая смена. Постройка генератора — утомительная и опасная работа. Чем меньше люди утомляются, тем меньше они делают ошибок. Новая продолжительность смены. Можно сократить рабочий день на стройплощадке до 8 часов. Короткие смены повышают безопасность на 1. Мотивация немного взрастет.
Амбулатория. Для лечения тяжелобольных можно использовать экспериментальные средства. Есть побочные эффекты. Надо построить. Ну, короткая смена, получается, предотвращает, ну, уменьшает вероятность появления, возникновения несчастных случаев на производстве. Амбулатория — это уже пытаемся с последствиями. Техника безопасности заставляет работать медленнее, осторожнее. Временно повысит безопасность, но снизит эффективность на 25%. Ясно. В любом случае, нам нужно подождать еще 11 часов. Пока что мы бытовые законы недопринимали. Точнее, приняли, но не выждали паузу. Помогите, они задыхаются. Еще трое больных. А мне нужно сюда инженеров закидывать. Ладно, вот этих вот трех больных. Принимаем. Кто нужен? Сейчас даже инженеры нужнее для лечения. Наверное. Такая поставка странная. Там я, видимо, не прожал в прошлый раз. 8 рабочих не... еще плюс 5 больных. То есть нам нужно бахать. Да, точно правильно сделали, что взяли инженеров. Надо было еще отменить рабочих и взять побольше инжей. И надо выстраивать санитарный пункт третий. Санитарный пункт раз. 1-2 дома, 2. Закончилась смена. Мне кажется, я что-то еще упускаю. Что-то хотел еще построить. А, этот же нужно. Экспедицию вторую. Нет, построил я его. Нужно отправить теперь. 15 человек. Ну, работяг отправляем, чего ж тут. Которых и так мало. Так, ну снимаем здесь. Раз, два, три. Снимаем. Все со стали снимаем. Уголь-то впритык. Тут тоже впритык. Сделаем еще одну экспедицию. Снаряжаем. И на заваленную шахту. Хорошо, что вот этих вот людей, насколько я понимаю, их не надо кормить. То есть мы благодаря экспедиции снижаем регулярные затраты. Хотя он пишет, что бездомные все равно есть. Возможно, и надо их кормить. Так. У нас тут погибли. Да кормим хорошо вроде. Инже не хватает для лечения. И не хватает... сейчас вылечились больные. Хорошо. Хорошо. То есть сюда мы даже пока не будем... Выстроим. Еще двое больных, сейчас они рассосутся. 1, 2 и новый закон. Я обещал принять что-то по трудовому. Техника безопасности. Так, увеличенная смена, работа в 2 смены. Ё-моё. Этот техника безопасности, в смысле, у нас... Заверить такое грандиозное строительство невероятно сложная задача. Завершить. Люди добьются больших результатов, больших результатов, если будут работать сверхурочно.
Недовольство вырастет. Изи. Беру. Да они все довольны, чего мне. Продолжительность рабочих смен можно увеличить. Причем это, кажется, универсальная тема. То есть мы можем увеличивать продолжительность где угодно. Да? В зависимости от того, что нам необходимо. Что нам необходимо? Ну, очевидно, нам необходимы елки. Поэтому раз. Это на следующий день два. Ну, в 6 часов встанут, до 8 часов вечера поработают. Разве это плохо? И да, красные, это не успели дойти просто они. Друзья, всем добрый вечер. Игра погружает очень хорошо. И мало 10 часов, хоть в наших-то обстоятельствах. Отец говорил, что нам надо трудиться лишь... Я обещал закон. Мне просто пришли, сообщили, там, травмы на производстве. Без проблем. Примем закон о труде. Работаем на 4 часа больше. Все. Все сделали как надо. Привет, Хайку. А что не так? Не могу понять. Так, надо одного оставлять. Всегда. И сразу же вот на это место нужно отправлять работяг. Можно еще... Не, ладно, хватит. Мотивация падает, недовольство падает. Неправильная подсказка. Из-за низкой мотивации эффективность работы снизилась на 30%. Это не снизилась она. Вранье это все. Мне кажется, надо еще поднять вот здесь вот. Ну, чтобы просто кухня работала чуть-чуть пораньше, чем все остальные. То есть, если надо было слишком голодным быстренько сделать блюдо. Мучительная ломка. Сэр, люди будто с ума посходили с тех пор, как вы сократили поставки наркотиков. Так я уже вернул все. Кто-то в апатии, кто-то нервничает, кто-то ведет себя хаотично с приступами истерии. Похоже, они пристрастились к таблеткам. Ну, понятно. Окей. Ну. Очень странно. Так, а здесь уже работа кипит в 7 утра, правильно? Правильно. Я не вижу, правда, результат. А, ну потому что на паузе. Да. Работа идет нормально. Так. Экспедиция, еда и работяги. Ну, пока развиваемся. Динамика, как сказал бы Мантич, положительная. Основную тему выполняем. Построили завод. Делаем пару ядер. Выделяем даже еду. На это все делаем. Все пределы. Инженеры пределы. Рабочие пределы. Исследования идут. Разве что со сталью мы немножко на паузу поставили. Но она в данный момент настолько не очень нужна. Формируем елочки. И... Все хорошо. Опа. Изучена технология лесопилка. И вот сейчас, может быть, имеет смысл сделать чертежный прибор. Они дорогие, я весь лес потрачу. Надо посмотреть, что... Есть улучшенная лесопилка. Лесопилка нам поможет. Лесопилка нам поможет. 80 единиц древесины за обычный рабочий день. А тут 6 в час. 60, даже при сверхурочном. А если лесопилочек его зарядить? Короче, лесопилка нужна. Потому что дерево сейчас сильнее всего проседает. Мы сможем освободить рабочих. Да, это временное решение, не постоянное. Потому что елочки будут кончаться, заканчиваться. Но
Вообще без проблем, я думаю. Ну и ночью, опять же, построим ночью, чтобы не бегали, не срывались с производства. Единственное, что я, наверное, вот этих вот семерых рабочих полностью уберу с добычи и закину в пункты. Ну, чтобы они вот это вот... Ладно, чуть-чуть. Пусть бывает. Так, стоп. У нас чего-то не хватает. Один блок нужно произвести. Вроде все нормально. Надо только выбрать новую технологию. Улучшенная лесопилка будет работать на 25% эффективнее. Причем просто на 25%. Я сразу беру, потому что стоит только сталь. И более радикально, ну, короче, еще более эффективно лесопилки будут работать. Можно прожать, кстати, вечернюю службу, мотивацию повысить. И... Так, заготовщики добрались до шахты. Это угольная шахта, но после обвала людей эвакуировали. Идти дальше. Потерянные ящики. Здесь больше нечего делать. Ладно, исследуем. Ну да-да-да, давай. Потопали. Продолжают доставлять еду. Перекладной склад, да, я про него совсем забыл. Надо, по крайней мере, его протестить. Он стоит ядро и как будто бы говорит о том, что я ценный, я нужный. Станция погрузки, вот эта вот штука надо сделать. Я откладывал это на... Ладно, ночью сделаем. Так. Подпишите первый. Вести одно из предложенного. Короткая смена. А, стоп! Ой! Мне нужно было выполнить другое. Либо короткую смену, либо технику безопасности. Ай-яй. Вкусно, как дома. Многие на родине голодают, однако богатая родственница одного из инженеров прислала ему большую посылку с лакомствами. Задержать ее? Она может вызвать недовольство. А то и, боже упаси, привести к пищевой коррупции. 50 пайков, недовольство возрастет. Конфискуем, естественно. Недовольство... А что, оно гасится и все? Конфисковано, отлично. Мне больше пока ядра не нужны. Я, пожалуй, рабочих переведу на... Переведено, да? Может, и здесь подрубить? Чего они халтурят? А, не хватает. Видите, собирают быстрее значительно, чем мы можем произвести. Ёлки. Закончилось, не может. Да, вот тебе и... Ай-яй-яй, ладно. Да, я вытащил запас древесины отсюда. И пока не разгрузят новую партию, я... Последнее предупреждение. Вы упустили срок в связи с сложностью задания. Руководство согласилось дать вам последний шанс. Все последующие этапы необходимо выполнять с срока в срок. Что? А у меня ограничение по времени было? Малейшая задержка, вы теряете контракт. Мы отстаем от графика на 4 дня. Ой, и какие-то там толстосумы рассказывают мне, что... Так, завершите шахтный ствол. Ладно, хорошо. Шахтный ствол. Ешки-матрешки. Ой-ой-ой. Так, срочно, сталь нам не нужна, забейте. У нас тут, оказывается, письмо от шефа пришло. Ё-моё. Надо больше работяг. Насколько больше? Намного больше.
Намного, намного больше. Все силы. Две смены, короче, работаем. Да я что-то не обратил внимания. Думал, что нормально все. Новая механика. Без подсказок нормально. Так, прибыл транспорт. Еще работяг сюда закидываем. Инженера закидываем. Ну, чуть-чуть от графика отбились. Ну, так, надо не забыть транспортировать, ну, вот эту вот площадочку сделать, чтобы сразу доставляло. Лесопилочку отстроить. И все. Так, закончили, да, упражнение? Ну, я умею. Я умею, ребята. Это нормально для меня. Идем в паб. Но больше, типа, отставать от графика нельзя. То есть мы должны наверстать. И крайний срок у нас второй стадии. Второй стадии. А нам нужно построить машинный цех, установить напорные клапаны и башенные насосы. Машинный цех. Машины же. Машинный цех. Понятненько. Ну, я знаю, что я буду исследовать дальше. Так, заготовщики добрались. Паровые радиаторы, стальные сплавы исследовать. В ящиках нашлись паровые радиаторы и стальной сплав. Похоже, эти ценные ресурсы везли в Винтерхолм, но потеряли по дороге. Ящики могли выпасть из кузова. Забрать. Конечно, забрать. Мне вот эти вот ресурсы нужны для того, чтобы... Получено достижение. Отлично. Но пока не будем. Грузовая колонна. Поехали дальше. Класс. Хорошо, температура стабильна, плюс 10. А давайте-ка мы инженеров только тоже сверхурочную. А то что-то как-то все расслабились, мне кажется. Что у нас еще может работать сверхурочно? Все. Так, давай строить. Во-первых, пост подачи. Нет, не пост добычи. А станция перегрузки. Раз. Дальше. Не забывай. Лесопилка. Два. Ну не здесь. Ну зачем ты ее там ставишь, Миш? Там у тебя... Вот поставь где-нибудь здесь. Там, где ты собираешься елки вообще вырубать. Давайте посмотрим. Так, чтобы было с одной стороны в центре, с другой стороны не в центре. Ладно. Что там по дорогам-то? По дорогам нормально все, не требуется. Сколько у нас там рабочих придет? Надо еще один домик отстроить. Я что-то забыл. Но это дешево. Раз. Так. Мастерские будут работать в авральном режиме. Но не все. А нет. А все. Что, вы особенные, что ли? Так. На 4 дня отстаем от графика. Офигеть. Закон еще должен быть. Час подождать до принятия. Либо короткая смена, либо техника безопасности. Есть. Короткая смена мне не устраивает. Что по технике безопасности? Медленнее. Эффективность снизится. А короткая смена на сколько? До 8 часов. Но это возможность, это типа обилка. Люди будут работать медленнее, но безопаснее. Повышает безопасность на объекте на единичку.
8 часов или 25%? Нет. Да. Подписали. Мотивация растет. Ну, выполнили обещание, но... Медленно, но верно, говорят. Плохо, что я еще из... Ну ладно, пофиг. С углем как-то все слишком хорошо. Давайте-ка вытащим. А, у меня увеличилась эффективность. Видимо, из того момента я не... Еще выигрываю немножко рабочих. Закидываю их. А, там уже максимальное количество в яме, да? Угу. Ну, там лесопилку надо будет в любом случае, народ. И на лесопилку нужно подвести... Это не лесопилка, это жилое помещение. Ну, в смысле, этот. А лесопилку я поставил наверху, устроенную вверху. И туда еще 10 рабочих нужно. Так, хапчик есть. На 4 дня отставим от графика. Да, там частично люди халтурят, но это новоприбывшие. Ничего страшного в этом нет. Лесопилочку. В ней тоже будем сверхурочно работать сразу же. Больных прибавилось. Что по загрузке? Пятеро здесь. Двое здесь. А, это на лечение. Все нормально, я что-то не понял. Так, лесопилочка. Сразу рабочих, сразу смена. Ну, давайте, подъем. Из паба вытаскиваем рабочих сразу в лесопилку. И сюда надо на пункт. Станция перезагрузки. Откуда мне работяг еще взять, а? Заказано. И с еды тоже не стащить. Работайте эффективнее просто. Может, похуже еду сделать, а? Еще не поздно. И давайте попробуем так справиться. Этот ожидает. Водители выбрались из машины, стоят кружком рядом. Они о чем-то... Грузовая колонна там какая-то. Это ваши? Похоже, эта колонна направляется в Винтерхолм. Довольно далеко отсюда. Они перевозят важные детали для своего генератора. Но часть ящиков пропала по пути. А без них постройки генератора окажется под угрозой. Вернуть ящики? Нет! Оставляем себе. Мистейк. Ну, они, естественно, нас как-то отблагодарили, но эти ресурсы мне нужны для того, чтобы не... Ну, хоть как-то по срокам продвинуться. Недовольство так нормально возросло. Из-за сверхурочной работы, опасных условий и каких-то непопулярных решений. Офигели, что ли? Так, лесопилочка улучшена. И сейчас нужно бахать машинный цех. Как можно быстрее. Потому что эта задача у меня на следующий тир. То есть здесь мы работаем почти с максимальной эффективностью, 50 рабочих. Я перестал... Да поехали, чего? Все. 4,2 в час. А на складах было как раз 4, да? То есть еще мы повышаем. А на лесопилочке улучшены сколько? 4. Не сходится что-то.
То есть станция, получается, работает даже на... Что? У меня где-то на... Четыре и два в час все равно фиксировано, что? Три и два. Какая-то нелинейная хрень. Как... А, может, просто здесь слишком мало древесины. Может быть, поэтому они ограничены, что типа добудут столько и все. Нет? Вообще не должно зависеть. Так, лесопилка. Ты меня расстраиваешь. Четыре в час. Почему оно не меняется? Типа они не пришли на работу или из-за лечения? Ладно, в любом случае дерева пока хватает, посмотрим. Больные не прибавляют, да, я понял. Больные, видимо. На 4 дня отстаем от графика по-прежнему. Хавчик в... Здесь, кстати, можно убрать рабочих немножечко. А потому что они справляются, видите, с поставляемой едой. Давайте на лесопилку. 6 в час. То есть по единичке прибавляет. А здесь насколько прибавляет? По единичке. Окей. Сталь давно уже не собираем. Безопасность повысится на 1, эффективность снизится. Техника безопасности нет. Ну, я всех рабочих полсотни просто скинул в шахтный ствол, чтобы они там... Но отставание пока что мы даже близко не нивелировали. Вот, видите, по идее даже здесь семеро справляются. А как я могу... Вот появляются у меня новые ресурсы. Каким макаром... Я могу здесь разгрузочку сделать, чтобы сталь пассивно тоже так капала. Но для этого все равно мне рабочие нужны. По сути, эффективность я могу сейчас поднимать исключительно... Ну, понятно, там работаем больше, недовольство возрастает, но мы контролируем это. Количество больных контролируем пока что тоже. И на те ресурсы, которые ко мне приходят, я особо сделать ничего не могу. Ну, что мне так сильно поможет. Да, еды хватает. Да, елок там и стали тоже пока что. Там что-то случилось. Ядовитый газ. На старой площадке опасная ситуация. Обнаружена высокая концентрация ядовитых газов. Люди начинают травиться. Но у нас нет другого выбора, кроме как работать дальше. Газ поднимается из глубины. Его уровень токсичности, ребята, уровень токсичности, это к вам, постоянно меняется. Мы будем отслеживать концентрацию, предупреждать за 24 часа. Ядовитый газ. Уровень токсичности. Ну, поехали дальше. О, вот он появился. Еще одна новая механика. Текущая концентрация газа низкая. Прогноз концентрации повысится завтра. Ну, завтра и будем решать проблемы. Пока что на полную катушку работаем. Можно что-то принять. Книга законов. По труду. Техническое обслуживание в нерабочее время. После конца смены рабочие будут чистить, смазывать оборудование, чтобы недовольство возрастет на постоянке. Риск аварии снизится на всех объектах. Берем. Так. Машинный цех. Надо бахать сразу. Загодя. Машинный цех. Блин, надо еще паровые ядра добывать. У меня нет паровых ядер.
Ну, понятно, что у меня есть еще время, но... Так, хорошо, спокойно. Михаил, приоритеты. Какой выбор по древу дерево технологий? Легкие защитные конструкции. Временно снизит количество травм на объекте. Каждое применение повышает безопасность. На один расходует конструкции профиля. Конструкции профиля нет. В ближайшее время не будет. Вентиляционная установка. Позволяет построить вентиляционную установку. Он позволяет, повышает безопасность всех строительных, потребляя уголь. Ядро для нее нужно. Здесь все, кроме тира. Здесь улучшение лесопилки сделали. Склад пока не нужен. Быстрая разгрузка. 10% эффективности. Это то, что по лесу у нас в данный момент. Короче, скорее всего, нужно делать новый тир. Больше выбора, там очень много выборов. Так, и нужно каким-то макаром достать одно ядро для того, чтобы, да, мы на 3 дня уже отстаем от графика. Yes, yes! Поднажмем, поднажмем, парни! Да? Нет? Да, скоро нужно в этот, в папыти. Не соколом, а так. Сейчас вот 12 поработаем. И в пап. Мотивация сильная, недовольство тоже в минус, хорошо. Нормально. Я хотел, блин, что-то построить. Видит Бог. Я могу здесь построить сбор ресурсов, чтобы ядра побыстрее после добычи. Чтобы меньшим количеством ресурсов достать. Могу еще для генератора машины цех паровые ядра нужны. И могу на будущее, как раз для стали, сделать погрузчик здесь. Он, кажется, тоже ядро стоит, да? Да, он паровое ядро. Стоит мне. Так что мы его откладываем. Не такое приоритетное направление. Баньки работают. Все, в остальном вроде нормально. Больные в рамках держатся. Через 8 часов к нам прибудет еще 14 работяг. Ну давайте, ладно, сделаем еще пару палаток, чтобы они были... Я думаю, пока хватит. Здесь посевника тоже нужно конструкционные профили делать. Рабочих не хватает. То есть я хотел бы сначала вот первую фазу, да, в форсированном режиме, а потом уже пораскидывали бы по разным местам. Так, 10 часов. Недовольство снижается. Рыбное озеро минус. О, проводится кулачный бой. Согласно закону о кулачных боях, во время боя кто-то пострадал. То есть у нас освободился товарищ, который нам таскал еду. И... Ну что, только сюда. Надеюсь, там будет разветвление. И мы сможем 2 исследователями в разные стороны разбежаться. На самом деле, еды, учитывая... запасы текущие и небольшое количество людей, то есть хорошая смена, там хватит. В крайнем случае мы можем переключиться на менее качественную еду и норм. Вот. Нам доставят почти под утром работяг новых, как раз под утро, через 6 часов. Отлично. Они приедут, сразу обрадуются с корабля и за станок. 14 часов работать только в путь. Здесь отстроили склад. Будем добывать ядра, но не сразу. Начнем, естественно, мы с окончания вот этого строительства важного. Опа, и не хватает, мне уже больных много. Ну, понятное дело, что есть инженеры, можно переключать, открывать, повышать эффективность работы лазарета, тем более, что мастерские не работают ночью, а лазареты работают. Но вполне вероятно, мне придется туда-сюда людей таскать.
Так, довольно резко увеличилось количество больных. Мне нужны дополнительные санитарные пункты. И без... Ой, как их много, ё-моё. Как так? Может, из-за того, что ночью они работают, ночью последние? Это, кстати, одна из причин. Очень много больных. Да, еще прибыли новые. Мотивация падает, недовольство тоже. Из паба вытаскиваем народ. Закидываем сюда десяточку. Закидываем сюда немножечко. Чуть-чуть. Я, наверное, сейчас приостановлю исследование. Попробую совладать с больными. Хотя, ну так-то зачем? Так, 10 инженеров свободных, их некуда. Привет. А, уже начал... Нифига себе! Вот это фростпанк! Блин! 3 часа пролетели вообще незаметно. Ух, класс. Ну, ладно, давайте этот день доживем. День доживем. Ресурсы есть. Так, секундочку. Достраиваем санитарный. И принимаем, скорее всего, новый закон. Что у нас по лечению? Лечение тяжелобольных можно экспериментальные, побочные, построить амбулаторию. А что нам даст? Лечение тяжелобольных можно использовать экспериментальные средства. Может, пойти вообще в закон о... Ну, короче, не в труд, а в быт. И попробовать... Двойные пайки, например, для больных. Да, давайте так сделаем. Это ускорит процесс восстановления, но нам потребуется больше еды. Поэтому заранее закидываем. Раз. Это в каждый причем можно сделать. Перебор, кажись. Так, еще и еще. 6 больных, 1 и... Блин, надо было в пабе оставить человека, а то из-за этого мотивация снизилась и эффективность работы тоже. Опа, есть, доделали. О! Что-то... Не доделали. Рабочих завалило. В области фундамента генератора произошел взрыв. Обрушился туннель, завалив нескольких рабочих. К несчастью, у нас нет спасателей. Безопасности уделялось слишком мало внимания. У рабочих недостаточно квалификации. Рабочие в завале выживут. Прогресс строительства откатится на 40%. Рабочие в завале погибнут. А сколько там их? Мотивация значительно снизится. А, все? 50? Не, взорвать, конечно, ну вы чё? Недовольство возрастает колоссально, прогресс откатывается. Все, на этой радостной ноте останавливаемся, друзья. Спасибо за то, что смотрели. Завтра вечерком, ориентировочно в 8:30 начнется трансляция. Приходите. Очень увлекательная игра. Класс. Ой, впереди еще... Это ж только самое начало. Все, пока, друзья, пока. Благодарю. Еще раз. До завтра.